это есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко повстречаться с ней. Привет, друзья, с вами рубрика «Кукловод». Спасибо Ривзу за отличное настроение. Если честно, я не знаю, что теперь я со своими симами после всего, что у него там было. Ну ладно, ладно, давайте как раз вы будете успокаиваться перед сном, да, настраиваться на такой более размеренный лад. Выбрасывайте из головы все эти картинки, выбрасывайте. Что ж, это пятый выпуск, финальный. За что огромное вам спасибо, это совершенно неожиданно для меня. Я вообще не думала, что смогу продержаться так долго. Но благодаря вашей поддержке мы все-таки дошли до финала, это очень здорово. Я такие немножко противоречивые чувства испытываю из-за этого. Знаете, с одной стороны, я слегка устала. Представьте себе, не просто 5 недель прайма, это еще было там 2 тура отбора. И вся эта подготовка, переживания, хочется отдохнуть немного. Но, с другой стороны, у меня так много идей, которые я еще не успела воплотить. Немножко жалко, что все заканчивается. Но давайте я не буду много болтать, мы немножко отстаем от графика. У меня сегодня очень-очень много гостей. То есть вы видели уже анонс, и Ривз рассказал. Прям куча-куча народу. Я надеюсь, что у нас все пойдет по плану, все сложится хорошо. Поэтому надо поменьше болтать. И сейчас мы будем звонить нашему первому гостю. Так, наш первый гость. Хорошо бы их, наверное, заранее предупреждать. Ладно, я потом разберусь. Давайте выключим музыку. Может, вам немножко подсказок дать о том, кто будет моим первым гостем сегодня? Это девушка. У нас в команде не так уж много девушек. Она очень обаятельная. Очень начитанная девушка. Ну что, вы уже угадываете? Ладно, я пока что буду звонить. Привет-привет. Привет. Друзья, в чате скажите, пожалуйста, хорошо ли слышно мою гостью? Привет, Холли. Как тебе стрим Ривза? Ох, честно говоря, я все время боялась, что в комнату зайдут родители. Я красная, как помидор уже, наверное. Серьезно. Я себе представляю. Ты знаешь... У меня на самом деле... это было горячо. У меня просто еще не уснул младший ребенок, и сейчас муж с ним внизу где-то ходит, я не знаю, пытается его уложить спать. Я тоже думала о том, что сейчас он зайдет в комнату и скажет, да, это у тебя прайм такой. Получится, что я его как бы отправила вниз с ребенком для того, чтобы смотреть Ривза. Да. Так, ты знаешь, чем мы будем заниматься сегодня? Честно говоря, нет. Ты рассказала буквально в общих чертах. Но вот, ты знаешь, что это связано с игрой The Sims, да, как и все мои выпуски. Да. И что мы будем преодолевать препятствия, да, каким-то образом. Да. Совершенно верно. Я построила такое, ну, хитрое сооружение, в котором есть ловушки. Есть определенный механизм, который эти ловушки отключает. И должен открыться проход наверх. То есть в конце вся наша команда должна освободиться, вот, если все сложится благополучно. Вот, ваша задача — выполнять задания. Ну, задания несложные, на этот раз я отказалась от ребусов. Вот. Не расстраивайтесь, кто любит ребусы. И у каждого будут индивидуальные задания, теперь вам не придется их выбирать. Я сама постаралась, из вас все выбрала. Так, сейчас я пока покажу вообще, как это все выглядит в игре. Вот, если можешь, то
посмотреть. Да, я тоже наблюдаю. Смотришь, отлично. Сейчас. Пам-пам. Собственно, вот сверху так выглядит наше строение. Сейчас оно такое своеобразное, потому что половина секретных комнат там еще не открыта. Давайте мы что-то такое приятное поставим на фон. Ребята, если слишком громко музыка, обязательно мне говорите, хорошо? У меня бывают проблемы с тем, чтобы звук настроить, чтобы все было сбалансировано. Так, и я точно знаю, где у меня находится Холли. Сейчас спустимся к ней. Видишь, ты находишься в такой ячейке. Она пока что изолирована. Да, да, каждый в своей комнатке. Здесь есть выход. Но выйти можно будет только после того, как ты выполнишь мое задание. Так, говорят, музыки вообще не слышно. Давайте погромче тогда сделаем. Ну, она просто начинается тихо. Так, задание. Ну, для тебя у меня совершенно особенное задание. Если честно, я на тебя возлагаю большие надежды. До этого ко мне приходили гости. И многим из них, практически каждому из них, доставались скороговорки. И в том числе и я, и они, мы не смогли их повторить без запинки. То есть, да, мы смеялись, пытались по много раз, но все равно спотыкались. А тебе по роду деятельности, я так понимаю, это, ну, положено говорить четко. Наверняка у вас есть какие-то упражнения. Да, конечно, много разных. Да. Ну, поэтому я предложу тебе скороговорку. Даже, точнее так, несколько скороговорок. Давай мы с тобой сделаем так. Смотри, я показываю тебе сейчас 6 слов. Это начало наших скороговорок. Вот, они начинаются с таких слов. То есть у меня их 6 штук. Тебе нужно прочесть только 3. То есть ты имеешь возможность такую сама выбрать, какую ты будешь читать. Так что посмотри на экране сейчас эти слова. Выбирай. Какие-то, может, тебе уже будут знакомы. А может быть, нет. Самое интересное, что вот вроде бы я знаю много скороговорок, но я смотрю на эти слова и понимаю, что что-то я ничего не узнаю. Ну, какие-то начинаются с этого слова, где-то фрагмент начинается с такого слова. Ну, значит, я могу выбрать, я выбираю слово, и ты мне показываешь скороговорку, да? Да, да. Хорошо. Тогда давай начнем со слова «говорил». Говорил. Так, хороший выбор. Сейчас будешь смотреть на экран, я там же покажу скороговорку, чтобы сразу было видно ее чат. Видите, у меня организация вышла теперь на новый уровень. Теперь всем видно скороговорки. До этого я просила своих гостей их в чат кидать. Так, говорил. Вот скороговорка. Ох, я что-то разнервничалась. О, господи, я ее ненавижу. Ну что же, поехали. Сейчас я немножечко успокоюсь, на самом деле я еще и непривычно в наушниках. Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, про подпрапорщицу, молчал на последнем слове. Ну ты молодец вообще, то есть ты в самом-самом конце запнулась, но до этого просто шикарно. Честно, я не знаю, сколько мне понадобилось попыток, чтобы это повторить. Посмотри, вон там в чате уже шокированные смайлы. С вот такими глазами, как у меня. Ты просто молодец, на самом деле. Ты каждый день этим занимаешься? Скороговорки читаю, нет, не каждый день. Просто в последнее время я нашла одну такую скороговорку, которую я стараюсь гонять часто. И это весьма сложно. С ума сойти, ты молодец просто. А тяжело вообще так подолгу говорить? Вот вы когда записываетесь, наверное, там по часу, по несколько часов, приходится постоянно-постоянно говорить. Ну, тут вопрос в том, как именно говорить, если у тебя правильно поставлен голос, правильная опора, правильное звукоизвлечение, уж простите, что я так выражаюсь, то ты совершенно спокойно можешь говорить много часов и не охрипнешь, и особо не устанешь. Слушай, я с тобой отдельно еще пообщаюсь на эту тему, потому что у меня когда стримы раз в неделю, вот я 2 часа разговариваю, мне под конец уже очень тяжело становится, я думаю, я что-то делаю не так. Вот. Ну, тут, наверное, еще проблема в том, я с ней в свое время тоже столкнулась, потому что я тоже веду эфир по ночам, потому что ты пытаешься говорить тише, вот, чтобы никого не разбудить, и так это немножечко зажимает голос и очень сильное влияние оказывает в итоге, гораздо тяжелее. Ну, даже... Да, мне приходится полушепотом говорить, наверное, в этом проблема. Смотри, я показываю дальше опять эти слова, выбираю следующее. Вылет. Вылет. Так, готово? Угу. О,
Вылет колокол, да не по-колоколовски, шит колпак, да не по-колпаковски, надо колокол переколоколовать, перевыколоколковать, надо колпак переколпаковать, да перевыколпаковать. Ничего себе! Слушай, ну ты просто мастер! Вот это да! Я потом буду вот еще пересматривать, как ты это делаешь. Просто невероятно, слушай. Наверное, эту скороговорку ты знала, да? Да, единственное, что пару раз я все равно запнулась, потому что у нас там немножечко по-другому слова стоят, когда мы читаем. Поэтому а, то есть ты привыкла, да? Я сначала смотрю, что привычно, а потом в какой-то момент я понимаю, что немножечко меняется. Ну, смысл? Вообще, как правило, есть несколько основных слов, а вокруг них уже обрамление может поменяться. Вот. Слушай, ну это на самом деле здорово, ты молодец. Давай, выбирай последнюю. Да так. Да так. Готово. Это кусочек из Лигурии. Ой, какая знакомая вещь. Да так зарапортовался про размакропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Слушай, ну вот это скилл вообще. Тебя можно слушать бесконечно. Это таким быстрым потоком идет и сливается, знаешь, вот в такую единую нить, как ручеёк льётся. Не знаю, мне это доставляет истинное удовольствие. Я надеюсь, спасибо, что нашим зрителям приятно. Тоже. Ты умница, честное слово. Так... Совершенно точно, ты получаешь право выхода из этой ячейки. Это хорошо. Заслуженное. Так. И теперь мы видим, что здесь в комнате находится. Вот, обрати внимание, пока что комната изолирована, дверь нам еще предстоит найти. Книжечки. Да, ну ты знаешь, вот, что там делать. Там есть все, да? Что мне нужно. Книжечки, пуфик, лампа. Шикарно. А, то есть можно дверь не искать, да? Можно так и оставаться. Так, Холли идет за книжечкой. Хорошо. Я обещала тебе комнату с книжками, я выполнила обещание. Ура! И у нас открылась тайная дверь. Теперь я не знаю, выпустить тебя наружу или оставить читать. Но ты знаешь, тебе придется оставить книжку, все-таки идти дальше, потому что от тебя зависит... Даже книжку с собой нельзя взять. А, ее можно было в багаж положить. Да, ну ты решила вернуть на полку. От тебя зависит, как дальше будет продвигаться вся наша команда, поэтому тебе нельзя здесь застрять надолго, нужно идти дальше, потому что, смотри, ты вышла в другую комнату, прошла через дверь, и здесь открылся секретный переключатель. Нужно встать на него сверху. И сейчас мы видим, что произойдет. Так, прыгнула. Легенькая Холли. Пришлось попрыгать, чтобы он сработал. И ты обезвредила одну из ловушек. Как ты видишь, она открывает выход следующему участнику. Без этого он бы не смог пройти через ловушку. Так что ты молодец. Свою часть задания ты выполнила. Так, сейчас я тебя сделаю вот так вот покрупнее немножко сейчас. Вот, теперь тебя хорошо видно, теперь меньше игры, больше Холли, можно так и оставить. Сейчас я спрошу, кто там у нас дальше по плану, готов ли, хорошо? Хорошо. Какие у тебя вообще впечатления от Прайма? Вот он уже к концу подходит, есть какие-то рубрики, за которые ты вот именно болеешь? Ну, кроме своей. Ну, на самом деле, я болею очень за многие рубрики нашей команды, вот, из... команды, скажем так, соперников, я очень сильно болею за Скэтмана, потому что он реально делает очень классные вещи. Вот. Ну, из нашей команды мне, соответственно, даже не знаю, мне на самом деле все нравится, потому что я со всеми уже так сдружилась за время этого прайм-тайма. Флудим целыми днями в конфочке. Это точно, да. Вот из наших вообще сложно кого-то выделить, потому что, ну, по-моему, у нас классная команда. Все такие разные и по-своему хорошие. То есть, ну, вышло такое сочетание рубрик интересное. Здесь, по-моему, любой зритель что-то найдет для себя. Так, что там мне следующий участник не спешит отвечать? Я, наверное... А, вот все. Следующий участник готов. Холли, спасибо тебе большое. Мы идем дальше. Тебе спасибо. Все. Так, пока. Пока.
Ребята, идем дальше. И дальше у нас опять девушка. У нас такой приятный вечер, смотрите. Вначале одни девушки. Алло. Привет. Привет, как меня слышно? Хорошо слышно. Сейчас я поправлю чуть-чуть. Что-то у меня захват съехал. Да. А, да, включи, пожалуйста. Это, наверное, из-за вебки у меня так все съехало. О, отлично, все, я тебя вижу теперь. Классно. Я тебя нет. Ну, ты меня можешь видеть так на стриме. Сейчас я немножечко поправлю, чтобы все красиво было. Я люблю, чтобы было красиво. Ну что, ты готова выполнить мое задание? Да, конечно. И вести команду к победе. Но... Нет, нет. Вообще, как тебе? Тебе кажется, сложные задания у меня были до этого? То, что я ребятам давала. ППЦ сложные. Потому что я вообще такой слоупок эту году. И глупая рыжая женщина, конечно. Ну, ты что? Я на этот раз подбирала всем индивидуальные задания, старалась взять такие, которые, ну, вам хотя бы будут комфортными. Я так понадеялась. Хорошо. Вот. Поэтому сейчас я дам тебе ссылку. Ты сможешь в браузере открыть ссылку? Да? Да. Ты зайдешь в рисовалку. Это онлайн-рисовалка. Там есть приватная комната, где будем только ты и я. Вау! И что, я уже могу? А ты зашла в комнату? Ну, видимо, да. Да, сейчас я добавлю вот ее на стрим. Понял. Да, да, значит, это та комната, все в порядке. Так, сейчас я буду писать тебе в чат, то есть, ну, в чат скайпа, что я хочу, чтобы ты изобразила, ты попытаешься это нарисовать. Блин, так я бы... А чат будет это открывать. Я подключила планшет, если бы я знала. Это я должна была заранее предупредить, конечно, я такой технический момент я забыла. Я же привыкла, что ты руками рисуешь, я о планшете не подумала. Так. Руками, блин, мышка немного не рука. Ну, да, да. Так, я секунду. Буду тебе пока писать первое, что я тут задумала. Давай, пиши. То есть это какое-то явление или понятие, или слово, которое ты можешь изобразить там несколькими картинками, например, или одной, как тебе удобно. Угу. Да, простите, простите, ребята, видите, это у меня все супер организовано, финал премии. Я должна была хоть чему-то в конце научиться. П-подготовка, все хорошо. Да, да. Вот я тебе отправила первое слово, которое тебе нужно будет изобразить, и я буду следить за чатом, посмотрю, когда они откроют. Что сложное слово. Но я не могла дать совсем-совсем легкое задание, иначе бы все сказали, тю, это все вообще фигня. Что-то ты не то предлагаешь, слишком легко. А мне нужно всем угодить. А у меня ограничено по времени? Время на то, чтобы это изобразить. Да нет, не очень. Ну, то есть постарайся не затягивать, вот. Я на этот раз таймер не ставлю, он у меня, конечно, висит, можем выставить минут 5, тебе хватит минут 5? Ну, я думаю, да. Слушай, погоди, мне нужно разобраться в этой рисовалке. Как мне тут выбрать инструмент? Там есть только один инструмент, кисть, у него есть размер, ты можешь взять ее белой и таким образом вытирать, можешь выбрать цвет и рисовать что-то. То есть только размер и только кисть, она простая-простая совсем. Эта игра называется «Крокодил». Ну да, пусть будет «Крокодил». Ну что, она рисует? Слушай, ну почему-то ничего не происходит. А ты белый цвет взяла или черный? И черный, и синий, и всякие. Ой, ну вот здрасте, технические проблемы. Смотри, давай я здесь тоже попытаюсь что-то... А, у меня тоже ничего не происходит. У меня просто... Просто стрелочка этой мышки. А, нет, у меня чего-то вот происходит. А я не вижу. Не отображается? Господи, боже. Нет, все. Я тут такие две каракули нарисовала. Все окей, я начинаю рисовать.
О, работает, работает, ребята. Отлично. Так, на мои каракули не смотрите, я их сейчас вытру. Я вытру, чтобы они здесь не мешали. Это я демонстрировала работоспособность рисовалки. Все нормально. Я не мешаю. Короче, вот. Сейчас мы такое тут нарисуем. Блин. Я не помню, как выглядят смайлики со скрывателем. Да ладно. О, я уже поняла, что за смайлик. Отлично, да. Этого будет более чем достаточно. Да. Сейчас все поймут. Да, я уловила ход твоей мысли. Отлично. Блин, полосочка нарисую. Так, мне надо следить за чатом, потому что тут скоро уже может появиться правильный ответ. Так. Почти, 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 ребята. Ну, в принципе, концепция уже Да, есть. да. Да, Надо правильно, только... правильно, это антисаппорт. Это было Топить, что ли? тяжелое слово, даже я не представляла, ну, как это можно изобразить. Ты настолько быстро продумала концепцию, смотри. Просто отлично. Схема-то уже проверена, понимаешь? На моем втором стене. Проще. Так, я даю тебе сейчас второе задание. Это можно пока Давай. вытирать. Окей, я сейчас чищу. Ну, вот, кстати, второе, мне кажется, оно даже попроще. Вот. Так, сейчас. Ты уже написал? Да. О, ну это вообще неинтересно, конечно. Это надо подумать. Тут есть на чем развернуться, да. Я, кстати, вообще с огромным удовольствием твои стримы смотрела. Они для меня очень познавательны. Мне понравилось, что ты разные техники показываешь. То есть не одно что-то, а вот всякие-всякие методы. Это здорово. Да, это вообще целое горище на самом деле. Я понимаю, что всего не охватить, но это было познавательно. Мне понравилось. Ты вообще будешь продолжать еще такого рода стримы? То есть, ну, может, не в прайме, в фанах? Фанчиках, да, конечно. Будут. Так. А я могу описывать то, что я рисую, или, наверное, нет, нельзя. Ну, так, чтобы это не слишком явно было, потому что словами можно, ну, все раскрыть. Короче, пацаны, это комната в перспективе. О, отлично, это дверь, да? Или Нет. нет? Я знаю, что это. Это камин. Да. На самом деле, те, кто в теме, Все они уже сразу же угадали, они уже поймут. угадали, что это дача. Посмотрите, здесь несколько палочек, и вы уже знаете, что это. Да, это... Просто отлично. Все, я тебе даю сейчас последнее задание. Я вообще не знаю, зачем я Нет, поставила полагаю, таймер, потому что ты очень быстро справляешься без него. Так. Все, есть последнее задание. опасно. О, ну блин. Слушай, ну здесь уже моя задача состоит в том, чтобы подумать, как сделать это посложнее. Слишком быстро угадали, да? Потому что это слишком изи. Сейчас. Мне надо было в другом порядке тебе эти слова давать, начиная с самого простого.
А я их выдала в том порядке, как это мне пришло в голову. Ничего страшного, сейчас такое забубеним. Никто и не догадается. Хотя, как можно забубенить Игоря, что... Чтобы не догадаться. Это просто пушка. Сорьки. Ну, короче, сорьки. Сорьки. Хорошо, я сейчас кого-то другого загадаю. Подожди. Так, ну теперь мне надо подумать, чтобы это не было слишком просто. Подожди, подожди, подожди. Сейчас я что-нибудь придумаю. Давай. Вот, вот так. Давай так. Как же загадать Игоря, чтобы никто не отгадал? Как же, как же. Чё? Да, есть новое задание. Вот, все, это сложно. Да, это шизи вообще, в общем. Вот так вот, короче. На самом деле, начало опытные хорошее. Пекари уже должны догадаться, что это. Хорошо, я слежу за чатом. Тоже будет первым, интересно. Так, почти вы близко, ребята, вы близко. Горячо. Хотя я не смотрю за чатом, но горячо. Вишневый сок? Нет, вишневый сок — это холодно, очень холодно. Виноград. Нет, 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 ребята, нет. Беловгейм. Это такое кривенькое сердечко. Квадратно расплющенная, сброшенная с балкона. Так. Безумие, подгорание, кровь из ушей. Ну, почти. А я даже не знаю, что это такое зелененькое. Это уже ключевой элемент, нет? Ну, как ключевой. Все это есть. То самое. Так, ребята, давайте. Оливка. Да ну вы чё? У них игривое настроение после Ривза. Зерги. Вот, вот, наконец. Кто был первый? Да. Яйцо зергов. Ну, молодцы. Лили, спасибо тебе большое, ты молодец. Пожалуйста. На 100% это задание выполнено, это точно. Но Игорь-то это был вообще, конечно, топичный. Как же так Игорь нарисовал? Так, в какой ты у меня стороне? Подожди, я заблудилась в какой-то ячейке. Вот где. Ой, это я что ли? А что это у меня за костюм такой? Нет-нет, вот, вот ты. Ну, у меня задержка небольшая, я же все-таки стрим смотрю. Да. Ты такая с рыженькой макушкой, находишься тоже в ячейке. Ячейка. Да, ну я называю это ячейкой. Ячейка общества. Комнаты это особенно не назовешь. Ну и клеткой тоже не хочется, поэтому пусть будет ячейка. Так, и ты выходишь наружу. В Китае и в Японии нормально живут вообще, там и компьютер, и постель. Кстати, да, у них есть гостиница с капсулами, точно. Так, вот ты оказалась в комнате, пока что здесь тоже нет двери, она скрыта. Для того, чтобы ее найти, и для того, чтобы она открылась, нужно что-то выполнить. Но предметов тут на самом деле немного, здесь есть... Зато все самые полезные. Да, тут есть, ну, Венера, насколько я понимаю. Или да. Кто она там? Имальберт? Бюст. Вот, я предлагаю тебе пойти и рисовать по памяти. Видишь, как только ты подошла к мольберту, открылась потайная дверца, потому что ты на своем месте делаешь то, что хорошо получается. Давайте мы чуть поближе камеру подведем для того, чтобы вам было видно, что там происходит. Вот мне теперь интересно, ты
тоже, ну, если Мне ты тоже следишь за интересно, стримом, что ты это смотришь, за... что ты рисуешь, да, и мне интересно, в чате найдутся ли... По-моему, это подгорание какое-то. Может быть, это тоже зерги? Нет, на самом деле нет, там такой небольшой, хорошо знакомый многим из вас сюжетик из жизни нашего. Бомбануло же. Сингола нет, уже рисовала, раньше рисовала, это уже другая картинка, ребят. Ну, я не настолько прям повторяюсь из стрима в стрим. Я стараюсь что-то интересное вам показать. Смотрите внимательно. Я немножко, наверное, должна ускорить время в игре, потому что, ну, долго-долго происходит процесс творчества. Так, а мы должны угадать сейчас, что я там делаю? Да-да-да, сейчас очертания появятся скоро. Я ускорила просто игровое время, чтобы ты быстрее справилась. Тут, на самом деле, уходит часа три внутри игрового времени на то, чтобы нарисовать такую картину. Ну, наверное, это соизмеримо, да, с тем, как в реальности? Или даже больше? Ну, как сказать. На самом деле, я по-быстренькому. Я очень долго готовлюсь, мне нужно сесть, настроиться, попить чаёчек. О, чатик всё, у нас уже знает, что там. Удобно. Ну, блин, это же... Это же... Да, вы абсолютно правы. Все, шедевр готов. Слушай, ну вот там точно есть Олси? Да. Это Олси. Ну, а стало быть, рядом тварины? Да, и даже стало быть, у них состязание небезызвестное. Небезызвестное состязание. Да. А ты так, теперь я можешь ловушки-то я прошла. Пройти, да. Смотри, теперь ты выходишь. Эту дверь для тебя чуть ранее обезвредила Холли. Теперь ты проходишь и открываешь тайный переключатель. Нужно на него встать сверху. Узнать тварину по Олси. Ты узнаешь своего тварину по Олси. Вот, ты становишься на переключатель, и ты обезвредила следующую ловушку. Все, открылся еще один проход теперь. Ей! А что там, следы какие-то огромные 50-го размера? Следы — это чтобы не промахнуться, чтобы точно было понятно, куда становиться. Ну что, спасибо тебе большое. Я буду сейчас звонить следующему нашему гостю. Так, и у тебе меня... О, все, ты появилась. Отлично. Так, я не Давай, знаю, пока. Спокойной ночи, если будешь спать, если будешь смотреть, то до приятного я просмотра. Хорошо, спасибо. Давай тогда счастливо. Пока. Так, ребята, идем дальше. Кто у нас по плану? По плану теперь у нас парень. Все, хватит девушек пока что. Я музыку включила и выключила, да, я забыла про нее вообще. У меня скайп завис. Сейчас. Надеюсь, отвиснет. Ну, случается. Подождите, ну все-таки нужна музыка. Хоть что-нибудь. Или что-то более такое бодренькое сейчас. Ну все, хорошо, пусть так будет. Я надеюсь, не очень громко. Все, давайте звонить следующему гостю. Если не спит еще гость. Он не спит. Так. Привет. Привет. Вот это да. Я тут с работки только пришел. Сейчас, подожди. Давай. Все, я обычный парень. Вот это появление. Ну вот теперь похоже на копию твою, на Сима, которого я делал. Отлично. Так, а я должен стрим смотреть, да? В принципе, как хочешь. Ну, тебе, наверное, будет интересно поглядывать, что там происходит, но задание у тебя такое, что тебе не обязательно смотреть на стрим. Окей. Да. Я сейчас покажу на стриме, где ты находишься, хорошо, после этого дам тебе задание. Окей. Сейчас. Так, это была
комнатка Лили, и ты стоишь вот прям рядом, вот твоя ячейка. Видишь, ты пока что изолирован. Если ты выполнишь правильно мое задание, ты сможешь пройти через эту дверь. Вот, и дальше откроешь проход дальше следующему участнику. То есть таким образом у нас по цепочке двигается вся команда. Так. Я понял, я был на стриме сейчас. Ну, мало ли. Ну, окей. Слушай, я вот всегда хотела тебя спросить, у меня наконец есть такая возможность. Я сейчас, ну, чувствую себя немножко, знаете, в роли Адольфа. Я приглашаю к себе вот ребят, задаю им разные вопросы. Это на самом деле здорово быть Адольфом. Так вот, я хотела тебя спросить, на самом деле, у тебя есть какой-то любимый образ? Ну, тебе их приходится менять, как перчатки постоянно, но, может быть, есть что-то, вот какой-то из них, который тебе особенно близкий, хорошо так идет, легко? Ну, на который образ, на который я вообще абсолютно не готовлюсь и который зажигает, это Толян, конечно. Угу. Ну, они все чем-то мне нравятся, чем-то родные. Но у Толяна просто все гладко всегда. Абсолютно ничего не нужно придумать. Понятно. Идет как по вас. Ну, Толян классный на самом деле, да. Ну и Цыган тоже хороший. Да, ну, Толян, наверное, Толян стоит на первом месте. Но я же те чуть-чуть еще, у меня же много их, и я их понемножку. Толян-то я уже часто им как-то за него все голосуют постоянно. Его все любят просто, да. А тебе хочется что-то новое попробовать? Ну да, ну я еще к тем вернусь, конечно же. Еще не всех прощупал до конца. Так, мне тут Ривз кидает кучу музыки, а как же мне потом себе перебросить? Успею ли я? Ривз, спасибо тебе большое, спасибо. Главное, чтобы он не двух девушек не кидал там. Да. Мне нельзя. Я должна подавать, ну, пример, знаешь, нравственности, всего такого. Я сейчас тебе сброшу текст в скайп, в чат в скайпе. Твоя задача заключается в том, чтобы его прочесть, но прочесть не просто, а тремя разными образами своими. Желательно так, чтобы они были узнаваемы. Ты можешь прочесть его три раза, ну и каждый раз по-разному. Можешь просто так для себя его разделить на три части, начать там голосом Толяши, например, да, и дальше продолжать. Понял. Вот. Ну, текст хорошо знаком тебе, наверное. Так, стой, Дима, в окно сейчас положи. Мне, честно, мне настолько интересно, как это будет, как хорошо знакомые нам образы справятся с этим. По-моему, это здорово. Ребята, готовьтесь. Это будет классно. Блин, а клёвое задание. Ага. Блин, надо было изменять как-то сильнее голоса. Так, так, ну двоих я выбрал. Ладно, поехали. Если кто забыл, ёпта, слышь, просто сущий макро, Терн вообще так. Терн, я не понимаю, зачем он вообще вызвался за еще и преимущество. Было-то у него на стороне, ёпта. У него на стороне он мог просто полететь половину зданий и поехать войсками в атаку под зданием. Делать съеги и просто тупо убить Тоса, ёпта. Был штат черный и пачка карьеров из пачки гунов против террористского лимита. Это смешно, просто смешно. В любом случае у него стояло столько турелей. Даже что даже если бы он не смог убить всех карьеров, то он мог просто порубить интерцепторов. А если бы даже не добил бы,
Нет, то все равно карьеры бы слили на его, как на его туретах, которых там было штук 20. Ну что, тем того. Слушай, очень здорово. Ну, кстати, видно по реакции чатика. Это нужно вырезать отдельным кусочком. Я прошу прощения, у меня немножко лаги на стриме были. Чуть-чуть, может быть, испортила это впечатление от из-за моего интернета. Но я все слышала хорошо. Ребята, это просто потрясающе. Нужно почаще что-то такое для тебя придумывать. У тебя вообще артистизм просто, не знаю, какого-то там 100-500 уровня. Это у тебя как-то врожденный или тебе приходится работать над собой? Нет, меня заклеймили. Не знаю, так пошло как-то. То есть по жизни с тобой, да? Тебе не приходится особо усилий для этого прилагать? А? Что? Ну, тебе не приходится вообще никак тренироваться? То есть вот просто оно у тебя само льется, да, изнутри и все? Да, может быть, если бы я тренировался, было бы еще лучше. Я вот сейчас попробую на последний стрим как-то глубже. Ну, все-таки... 80% импровизации, а 20% какой-то глубины. Угу. Ну попробуй. Ну, вообще, а ты не хочешь вывести это на какой-то профессиональный уровень, то есть ну так серьезнее заниматься именно в плане актерского мастерства, связаться как-то с театром? И на что мне кормить семью? Это уже А, то есть это богемно, но не прибыльно, да? Да, то есть, ну мы пытались в премьер-лиге Харькова выступали и пытались пробиться в высшую лигу КВН на Первый канал, но не получилось, не срослось. Мы вышли в финал там на премьерке, но дальше не получилось. К слову, сборная Пятигорска в свое время именно оттуда скатанула на Первый. Ну, понятно, здорово. Так, смотри, мы возвращаемся в игру сейчас. Если ты смотришь стрим, то вот. Да, да, я понял. Открываем дверь. Так. Это тоже изолированная комната. Дверь появится позже. Здесь есть зеркало. Форт Боярд, тюрьма какая-то, да? Ну, я не хочу называть это тюрьмой. Ну, вообще, получается, вроде того, да, и только выполняя задание, можно проходить дальше. Так, эти комнатки все закрыты, и не пройдешь никак. Угу. Так, можно идти сюда и танцевать. Ты вообще очень здорово двигаешься, поэтому я считаю, что это твой конек. Вот. И персонаж, который я с тебя делала, вот он сейчас тоже будет танцевать. Вот. Вот так видно. Что за дрыщ? А, ну да, это я. О, а сейчас кто-то там раздеваться будет на другом карте, да? Надо выучить движение, смотри, что он делает. Да, да. Так, идем дальше. Вообще все это бы еще отдельно позаписывать и сделать такую нарезку именно, ну, из того, что ваши персонажи делают, было бы здорово. Мне бы побольше времени, чтобы все это успеть. Смотри, ты теперь можешь пройти сквозь эту стеклянную дверь. Так, войти. И появляется еще один переключатель вот рядом с девочками. Можно встать сверху, и таким образом ты откроешь путь следующему. Угу. Погнали. Так. Есть, ты обезвредил вот эту угловую еще одну ловушку. И это еще. Здорово. Так, наша миссия выполнена. Отлично, да. Слушай, я еще хотела спросить, у тебя есть какие-то еще мысли, чтобы продолжать рубрику в таком же ключе? В прайме или в фанах? Ну, вообще, будет ли продолжение? Этот вопрос мучает меня. Мучает, и я боюсь, я не знаю, в общем. Либо третий раз идти в такой же рубрике, либо делать... Вообще, хотелось бы, конечно, развиваться и сделать это отдельным шоу в фанах, на какой-то схеме, а в прайме уже пробовать себя в чем-то другом. Но в чем-то другом я еще не придумал. Но эту рубрику, это шоу, которое есть сейчас, нельзя же так просто бросить, да? Это полюбилось всем, и зрителям, и тебе самому, наверное. Шоу будет
если займу третье место, будет 12-часовый стрим, и там будет видно, как нам двигаться дальше. Mm-hmm. Это у меня такая дерьмовая веб-камера, что ли? Ну, не знаю, из-за чего такое качество. Сейчас, подожди, ну ладно. Я что-нибудь смотрю. Не знаю, может, у меня соседи интернет воруют. Надеюсь, может что быть, нет. Тебя охранник качает порнографию, там нет? У меня нет охранника, а вот чем занимаются соседи, я не знаю. Ну что ж, спасибо тебе большое. Мы спасибо. Будем двигаться дальше, потому что у нас много-много сегодня гостей. Все, пока-пока. Давай, спасибо, пока. Так, ребятушки, у меня опять скайп подвисает почему-то, когда я пытаюсь переключить. Это из-за чата. Вот я его когда сворачиваю, то все становится нормально. Так, ребята, секундочку, сейчас небольшая пауза, и я возвращаюсь буквально в секунду, потому что я хочу, чтобы вы угадали следующего гостя. Все, я вернулась. Смотрите. Вы сейчас, наверное, сразу догадаетесь, что это такое. Ну, я надеюсь. Вам видно? Так, сейчас все закрепим, чтобы на меня это не обвалилось. Посмотрите, до чего я доросла. Я доросла до фона. Я как стример становлюсь все лучше с каждым выпуском. Так, ну что это у меня за флаг? Да, все уже угадали. Давайте звонить, да? Тиемар. О, сейчас, вы знаете, сейчас будет такой позор с моим английским. Вообще надо было позвать Дэна, наверное. Было бы получше. Ну ладно, позориться так позориться. Все, попытаюсь сама с ним объясниться. Это ужасно волнительно. Так, ну все, я звоню. Hello, Tiamar, hello. How are you? I'm okay, thank you, and I'm so glad to see you on my stream. I'm just waiting for your Oh, yeah, I see you. Yeah, do you have the video? Oh yeah, there's the webcam, like really big. I can just a minute. Out. I don't. By the way, oh yeah, nice yeah, Mexican flag. Thank you. I love it. Thank you for being with us. That's so great. And you know, the last show, the last episode of the Mexican Runner show was so cool, and your song in Russian, it was perfect. And you know, your Russian is, I think it's much better than you try to show us. I think it's better really? Than my English. I have some people helping me, like, with the pronunciation a little bit. It was really cool. I'm glad you like it. You know, better than the original. I don't think so, but thank you so much. Well, you know, I'm making characters in a Sims 3 game, and I made a little copies of our teammates. I tried to make them to look like real streamers. I'm not sure if I did it good, but I tried. Yeah, I think I saw the announcement, and I think you were missing like a mustache in me. But don't worry, I will chop it out. I will cut it.
Well, but did you saw yourself on in my annons? Yeah, I think I'm in the right side or something. Is that me? Yes, and someone near Holly. Oh yeah, I see. That's good. That's great. I mean, you could have put me like hugging her or something like that. It would be better, but it's fine. Because you put me like this, like I'm trying to impress her. Come on, man. Just a hug. Okay, I'll try to make another picture next time. Okay. Well, so my characters are in special separated rooms. And there are many traps there. So you have to give me a correct answer to pass these traps and to open the way for other teammates. Yep. I'm sorry for my English, but I hope you understand something. Yeah, don't worry. My understanding is better than my English. As well. Okay, here we can see you. If you're watching the stream. Yeah, I'm watching the stream. Here's your shirt. A little delay. Oh, wow. I mean, it's an elevator or something. Hey, well, hello, me from the game. How you doing? Why you look like a zombie? Eh? You need some more life. Looks like a zombie. It's like. Well, hey, nice jeans. Now you have to complete my task. Mm-hmm. So, if you can switch your headphones and listen the stream, it will be cool because I will play some music from the games on a stream. Oh, okay. Yep. Okay, thank you. So there will be some samples and you need to guess the game. Okay. Так, ребятушки, давайте я вам быстро скажу, что мы делаем. Сейчас я буду ставить музыку, и TMR постарается отгадать, с какой игры эта песня. So, I will begin now. Okay, first sample is on a stream. My God, man. It sounds good, but I don't know which one it is. Maybe it's too quiet. I tried to make it lower. No. I mean, yeah, it's really quiet, but I don't know which one it is. I really don't have a clue that song, which one it is. Okay, let's go to the next one. And yeah. Maybe then we'll return. Okay. Oh, it's so quiet. Ah, that one I know. That is a wolf dog, the Darwin dog. Yes, that's right. Okay. Yeah. And the last one. Okay. Oh, that's the Lion King, the elephant graveyard. Yes, that's right. Graveyard. I was like, man, that sounds like Age of Empires. Oh. Oh, I find where I can make it lower. I'm sorry, so we can return to the first sample once more.
really don't have a clue. I mean, about that one, I just don't know. Well, you know, I can see the right answer in the chat too, so I think it was very difficult. Maybe it's not so popular music. It was from the Ultima 3. Was from Ultima 3? Yes. Wow. But you gave me two correct answers from the three tasks, and it's really good, so we can open the door. Okay, I'm finally released. So can I mute the audio of the stream? No? Okay. Let's see what is behind that door. Will TMR will be alive? Or it's just another trap. We will find it right after I cross the door. Well, here, the little room. Oh. And you have to play for us. I have to play for you. me, the real one? No, no. Just you, the same one. You'll play, and you see the door is opening. So which song do I have to pick? A song or just, oh wow, it's opening the door. I know what's coming next. I really know what's coming next. I mean, I'm guessing what's coming next. Okay, so want to hear my guitar skills. Let's go. Now you will turn off the trap and you will open the way for the next guy. Well, what? You can stay here on some device. Yeah, and it's like the Hollywood, you know, walk where everybody has their footprint. What will happen there? Sorry. That jump. Okay, so you turned off this trap with fire, and thank you very much. Thank you. I'm glad I help out the team. So I will call the next guest. Okay. It was really cool to see you here. I'm sorry for my English. Don't worry, your English is fine. Thank you so much for the invitation. It was a pleasure being here, and I wish you all the best. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye, guys. Надо свернуть чат. Ребят, что-то я со звуком перемудрила. Я, знаете, я пыталась настроить, чтобы было слышно музыку, в итоге было плохо слышно скайп. И что-то я теперь вообще не знаю, что слышно, что нет. У меня в микшере тут теперь такое безобразие. Как меня слышно? Давайте пойдем по порядку. Меня нормально слышно? Насчет той песенки, которая была первая, это была Ультима, третья, фонит. А до этого не фонило, правильно? Так, ну... Сейчас пойдем по порядку. Скайп, вот... Так лучше, друзья, так не фонит. Ну, почему все было так хорошо настроено? Знаете, я настройки перепроверяю по несколько раз. Каждый раз на стриме все равно у меня фейл на фейле. Так, ну, флаг, наверное, можно уже опустить, да? Тут такая хитрая система. Вот, все, готово. Кто у нас там дальше? Давайте посмотрим. Так, сейчас будем звонить. Т.
добавить громкости на скайп помимо микрофона. Тут я, кажется, так и сделала. Появился какой-то жуткий фон. Сейчас нормально? Так, скажите мне, что все хорошо со звуком, чтобы мы двигались дальше. Я еще не умею так хорошо настраивать в процессе. Так, мне, похоже, никто не отвечает. Я поняла. Получат рулетку. Гостя. Хорошо, все. Все. Сейчас пойдем дальше. Так, следующий гость наш. Ждем. Привет, hello. Привет. Так, сейчас я жду, пока у меня скайп проснется. Можно твое видео, пожалуйста? Полный, да, я включил. Так, отлично, да-да-да, все, мы тебя видим, замечательно. Привет, классно. Слушай, я пропустила вчера твой стрим. Из-за того, что я была занята подготовкой своего выпуска, я пропустила все, что было у тебя. Это нормально, это очень поздно шло. Если ты что-то пропустил, ты можешь просто в банах пойти в СК2 ТВ и проверить, что произошло. Так скажем, там огромная строчка, это просто банах, и ты знаешь, кто там типа проиграл в наших финалах. Не волнуйся, веселый финал был у нас. Да, ну я пересмотрю вот обязательно. Вот у меня появится свободное время сейчас после выпуска, я смогу пересмотреть, мне просто интересно. Так, тебя надо погромче сделать сейчас, секундочку. И у меня почему-то пропало твое видео. Я не вижу камеру. Санкции. Санкции это. О, все, на месте, отлично. Так я правильно поняла, ты победил? Да, выиграл. Отлично, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты знаешь, я очень-очень волнуюсь сейчас, что произойдет. Я очень волнуюсь. Ты сказала, давай приходи на моё шоу. Я говорю, ладно, давай, хорошо. Это с удовольствием, это приду, это помогу, это Beef for Burritos, это наша команда. Потом я смотрю, Холли это там это поговорки делает, и стихотворения какие-то. Я просто белый в лицо стал, я напуганный, потому что ставь меня против прогеймера это из Кореи, и я буду это уверен в себе. Ну, это ставь меня против стихотворения, я просто напуганный становись. Русские стихотворения. Слушай, у меня почему-то камера опять пропала. Можешь, пожалуйста, попробовать? Я могу, наверное, сейчас. Или будем... Я не знаю, если это из-за того, что у меня включен сейчас кибергейм, но кибергейм такой кибергейм. Давай я рестарт скайп. Давай перезвони мне, секунду. Хорошо, сейчас. Так, ребята, пробуем звонить еще раз. Да. Так, жду камеру. Да, я тебя вижу. Так, на стриме ты тоже появился. Все, не дышим. Да, так вот, на чем мы остановились, что ты переживаешь и боишься, что я дам тебе слишком сложное задание. Очень, очень волнуюсь. Нет. Ты знаешь, тебе достаточно просто говорить. Тебя настолько приятно слушать. О, опять видео пропадает. Что же нам делать-то? Ну, это скайпчик такой, скайпчик. Скайпчик. Ну, давай тогда без видео. Очень жаль, конечно, но, к сожалению, не получается. Пам-пам-пам. Увы, я не знаю, с чьей стороны что-то у меня. Все, немножко наперекосяк, но зато, ребята, вы мне поднимаете настроение. Если бы я была сама, я бы сейчас уже жутко расстроилась, что у меня все не так. Вот. А так как у меня сегодня много гостей, все равно здорово. Да, так вот, задание у тебя будет несложное. Сейчас я покажу, где ты находишься. Окей. Смотрю стрим. Так, если смотришь стрим, ну пока что там только кепку видно. Прости, нет таких кепок, как у тебя, поэтому здесь какая-то другая кепочка. О, смотри, стрим какая. Swagger, cheesehead. Да. Все. Для того, чтобы выйти из этой комнаты, соответственно, нужно выполнить задание. Ну, ты видел, как было до этого. Разбиваем дверь. Нет? А, подожди, какое задание? Так, надо еще погромче скайп сделать, секундочку. Я тебе сделала громче, чтобы все тебя хорошо слышали. Ну, я вот попыталась на максимум все. Сейчас, наверное, шум появится. Зато тебя будет лучше слышно. И у меня будет фонить ужасно. Давайте я микрофон сделаю свой потише тогда.
Ну, настраиваемся прямо в прайме. Да. Так вот, задание. Я все пытаюсь тебе рассказать, что же тебе придется делать. Мучаю тебя, а ты сидишь, думаешь, а я тут рассуждаю. Я дам тебе несколько слов. Вот. И все, что тебе нужно, это составить какую-то историю, не обязательно прям связанную, в которой эти слова будут присутствовать. Вот, видишь, все на самом деле несложно. У тебя получаются такие бесподобные анонсы. Вот. Угу. Ой, да, мои анонсы, самые лучшие анонсы в СНГ вообще. Ой. Ну какие слова мне? Да, я сейчас, я ищу словам. И я попытаюсь сейчас их вывести на стрим тоже, чтобы ребята видели, с чем тебе приходится работать, какие именно слова нужно обязательно включить в рассказ, хорошо? Угу. Сейчас. Я просто уже заблудилась немножко в том, что у меня здесь открыто. Так. Все, сейчас я сначала покажу это на стрим и кидаю тебе сообщением сейчас. Видно? Видно. Отлично. Давай. Некогда про... Дорого, дорого. Дорого. Ой, боже, я не могу читать. Пека дорого, Twitch бомбит неделя. И из этого мне нужно историю сделать. Типа, да? Да, правильно. Так, я пытаюсь тебе сейчас сделать погромче, погромче. Секундочку, подожди, чтобы тебя услышали. Скажи что-то еще, чтобы мне сказали ребята, что тебя хорошо слышно. А у тебя есть это так, это подключенная эта главка, где меняет звук просто на уровне? Это есть такая главка. Никогда. Нужно ее обычно отключить. Нужно просто держать это. Микрофон и спикер тоже есть. Это еще один там... Mm-hmm. Ну, наверное, слышно меня сейчас, я не знаю. Кто-то грампи, кто-то не грампи. О, мне сказали, ничего не трогать, сказали, ничего не трогать, значит, все в порядке стало. А теперь говорят, потише, сейчас хотят. Я могу свое, опасно, себя почистить. Все сделала потише. Ну вот, зато сейчас все слышно. Хорошо, ну я сделала потише, видите? Я похожа на провинившуюся собачку, я даже не знаю, это так мило, спасибо Флаксу. Ты пока придумываешь историю, да? Пока я тут воюю со звуком. Все, я надеюсь, что тебя хорошо слышно. Чиз, давай, мы готовы. Ой, нет, нет, подождите, я теперь тебя не слышу. Ты тут скажи что-нибудь? Нет, 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 подожди, тебя вообще не слышно. Друзья, что это такое? Так, пробуем еще разок все эти паузки подергать. Я не знаю, это не поддается логике, то, что у меня здесь происходит сейчас. Так я не трогала после того, как сказали не трогать. Чиз, я тебя вообще теперь не слышу. Хотя у меня скайп стоит на максимуме, ну, громкость именно скайпа. Стараюсь это поднять. О, так получше? Слышно меня? Да, но не так хорошо, как было до этого. Подожди, я сейчас... А вот так? О, все, все хорошо. Все хорошо, всё. Ладно. Кровь из ушей — это для зрителей, если им не нравится, не нравится. Ладно, смотрим на слово 5, это в всяком случае. Ладно, в эту неделю голодным, как правильно сказать? Голодный был. Голодный, да. Да, я был голодный в эту неделю и хотел просто, ну, в пищу поставить бургеров, так скажем, это в желудок поставить бургеров. Пошел в Макдак. Ну, там дабл чизбургер очень дорого. Значит, очень было... много денег, дорого. Это сложно было купить эти бургеры. Это голодный остался. Значит, мне нужно было стримить еще одну неделю на прайм-тайм. Вот. Хотел поставить мой Twitch-плеер там. Ну, потому что любит Адольф этот жадный петушок кибергейм. Мне нужно было найти другого стримера. Вот.
Ну, конечно, сыграли хорошо. Пеки все сбросили это в чат. Я, конечно, выиграл 4-1, но после нашего прайм-тайма у кого-то сильно бомбит. Или бомбануло, или бомбит, или как лучше сказать, у Сиены. И половина портала, типа, она забанила. Ну, конечно, и потом она говорит, у меня не бомбит, у меня не бомбит. Смотришь, что это в историях банах. Ну, конечно, видно, что у нее бомбануло, да. Ну, хорошо, это, да, это за последние недели прожили, денег это зарабатывали, не так дорого будет это купить, это МакДак. Спасибо тебе огромное, получилась классная история. Я думала, ну, ты там чуть-чуть расскажешь, а вышло целое такое содержательное произведение. Вот. Вообще здорово, посмотри, чату тоже очень понравилось. Ну, видишь, а ты переживал. На самом деле оказалось ничего сложного, это то, что у тебя просто отлично получается. Правда, мне очень нравится слушать, как ты говоришь. У тебя удивительное настроение при всем этом. И ты как бы, ну, делишься с окружающими. Вот. Спасибо. Поэтому мы сейчас будем продвигаться дальше. Сейчас я соберусь. Выключу лишние окна. Я уже, знаете, совсем растерялась из-за того, что не получалось настроить звук. Так. Все, выходим. Выходим. Проходим в следующую комнату. Если ты смотришь стрим, то... Смотрю. Вот, ты прошел, и у тебя открылась дверь, потому что, в принципе, ты уже достиг пункта назначения здесь. Ого. На таком пьедестале находится корона. Как это ты что думаешь, там? В связи с чем корона там? О-о-о, вообще ты, Поле, такая красавая. Корону мне сделала для Пека Кинга. Ну ты просто... Вообще это... Да, да. Спасибо. Ну мы оденем? О, смотри, я ж... Не получится взять, не могу корону, ну ладно. Давай мы ее сфотографируем, хорошо? Я не успела сделать анимацию объекта, поэтому мы ее сфотографируем сейчас, вот сделаем снимок, и на память у тебя останется фотография короны. Сейчас, оп. Так, покрасивее берем. Есть. Все, мы ее сфотографировали. На Инстаграм пост. Теперь ее можно прям в игре даже, по идее, повесить на стеночку. Сейчас посмотрим. Да, вот, я ее разместила здесь на стенке. Если тебе видно, она теперь в рамочке. Ну, ее можно будет перемещать, там, ты ее можешь себе взять в багаж. Это моя мечта. Такая комната, мечта. Просто нужно это дверь какую-то в маленькую комнату, картинку в эту комнату, в другой комнате стол это с короной, и все, и нужно. Всё. Кровать нужно, ничего еще не нужно, просто вот и все. Так, мы проходим дальше. Здесь появилось еще одно устройство, еще одна плита. Ты станешь на нее сверху для того, чтобы обезвредить ловушку следующего участника. Так. А могу я в огонь пойти? В огонь? Нет, ну зачем? Ты никак не провинился передо мной, чтобы я тебя сейчас в огонь туда бросала. Нет, ты помогаешь вот следующему, кто у нас там будет дальше, он сможет тоже выйти из своей двери, когда откроют ее с другой стороны, здесь его уже не будет ждать огненная ловушка, а ты ее обезвредил. Вот. Так что хорошо. Ты молодец, спасибо тебе большое. К сожалению, не могу включить твою камеру, чтобы попрощаться, но было очень приятно и здорово тебя услышать. Ну, это скайп. Да. Да, ну это скайп. Спасибо, что пригласила. Ладно, давай, удачи и успех. Счастливо. Пока. Так, знаете, этот скайп, он мне все испортил вообще. Так, и мы идем дальше. Кто у нас там? Знаете, этот гость уже был у меня на стриме, так что ему не впервые там. Попробуем дозвониться. Привет. Алло. Привет. Привет. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, есть какое-то чувство дежавю у тебя? Да, вообще прям здорово так вернуться опять сюда. Я, правда, не знаю, что из-за задания будет. Хоть бы не потолок ломать, а. Меня тут чуть спрашивают, могла ли Холли стать сразу на последнюю плиту? Нет, не могла, потому что плиты появляются... Ну, может, вы не обратили внимания, их не видно, пока человек с той стороны не пройдет через дверь. Так что Холли не могла встать на плиту и выйти сама. У нас здесь все связано, можно только командой затащить. Прям вот все как в жизни, все как в прайме у нас.
Так, ребята, окей. Как слышно Игорёху? Давайте, скажите мне, что у меня со звуком. Как? Только не говорите, что его не слышно, потому что я буду просто вешаться на той веревочке от флага. Давайте, давайте, я подожду. Отлично, хорошо, хорошо. Отлично, все. Все замечательно. Хорошо видно, хорошо слышно, может быть, теперь все будет классно. Знаете, у меня вообще день такой какой-то, я разбила заварник буквально за 20 минут до стрима. Как так? Вот так, стеклянный заварник разбил. Ну ничего, я всегда ничего хотела страшного. Взять себе побольше, может быть, это... Конечно! Какие проблемы вообще? Ой, Игорёш, слушай, ты можешь буквально 3 минутки пообщаться с чатиком, хорошо? Мне нужно... Конечно. Ну вот буквально на пару минут, хорошо? Хорошо, хорошо. Всё. Хорошо, хорошо. Ну чё, ребята, давайте кидайте видео, от которых я не смогу засмеяться. Ну это шутка такая была, ладно, чего вы не поняли, что ли? Я, если я засмеюсь, короче, я не знаю даже, что сделать, у меня нет ничего есть на самом деле. Ну чё, как у вас дела? Как вам прайм-тайм последняя неделя? Готовы ли вы к итогам, которые будут идти около 10 часов? Я уверяю вас, они будут идти около 10 часов. Трактор вперед. Трактор, да, трактор вперед. Сразу видно, кто-то челябинец. Ну, или, может быть, из другого города просто болеет. Ах, за челябинский трактор. Блин, слушайте, я прям как в прайме снова. Блин, фух, спасибо за эти 3 минутки. Я могу что-нибудь рассказать. Так, что там, что-то Ривз пишет. А, ну там что-то, конечно, какое-то бредятина. Го КС, го! Базара нет вообще, после стрима го постреляем. Ну я, правда, играю так. Не очень, на самом деле. Так, а я вернулась, вот все, вот я уже. Да, у меня просто заснул младший, я его положила в постель, мне принесли ребенка. Хорошо. Так, сейчас все, немножко компотик. Ты готов выполнять задание мое? Да, готов. Я думаю, если там не кошек, конечно, искать. Нет, нужен реванш после метаморфозы. Скажи, ты еще играл в нее? Вообще тебе понравилась игра эта? Метаморфоза? Не, ну она прикольная игра, просто я тогда не понял смысла там. Да, я готов к реваншу абсолютно. Так, ну на этот раз будет не она, я беру другую. А, не она? Да. Сейчас я дам тебе ссылку. Секундочку, мне ее сначала нужно найти. Но если у тебя не получится, если не получится в этот раз победить, у нас есть еще как бы запасной план, чтобы команда не застопорилась на месте, чтобы ты не переживал. Будет еще, если что, ребус. Вот. Ну хорошо, хорошо. Ну и с чем мне гореть в огне, да, там прям? Гори в огне. Хорошо, я погорю немного, это будет мое наказание, если я сейчас проиграю и ребус не отгадаю, хорошо. Ну, так. Я обещала без ребусов, я надеюсь, без них мы и обойдемся, но у меня вот на случай чего все-таки есть ребус. Хорошо, хорошо, я попробую разгадать. Спасет. Я дала тебе сейчас ссылочку, можешь ее открыть? Угу. Да, что ты там видишь? Крестики-нолики, это как я понял, да? Да. Угу. Так, и мой, похоже, первый ход. Хорошо. Я вот помню, много таких всяких тактик писали ВКонтакте, я ничего не запоминал вообще. Думал, не видится никогда, видимо, пригодилось. Ну хорошо, давай, первый ход за тобой, да? Так, я все хочу поставить музыку, постоянно забываю. Сейчас давай я что-нибудь, чтобы фоном был. Ой, только громко. Угу. Вообще, знаете, в прошлый раз, когда я включила музыку, у меня было не слышно того, кто в скайпе. Скажите, вот как сейчас, друзья. Грех, скажи что-нибудь, чтобы раз, не оценили. Раз, раз, два. Как слышно? Прием, прием, радио, прием, калаш, лаваш, кошка, мошка. Нормально? Мамошка. Нормально. Ну, все, хорошо. Хорошо. Раз, хорошо. Значит, у нас есть чуть-чуть музыка. А до скольки побед играем? Ну, давай попробуем 3 игры. Да. Хорошо. Пока что. Хорошо. Ну, если не получится, то сделаем 5. Ну, посмотрим, в общем. Будем смотреть по ситуации. Я, если честно, я очень давно не играла. Я не помню, какой этот ход правильный, чтобы победить. Ну, давай в центре. Так. Я тоже помню, очень давно в крестике-нолике играл. Наверное, еще когда на асфальте мелками рисовали. Так, ну я поставлю здесь.
Хо-хо-хо. Блин. Поставил? Что-то у меня нет. Да, поставил. Я в уголку поставил сверху. Не отображается? Нет, мне не отобразился почему-то. Ну вот. Может, обновить надо? Все работало. Ну-ка, попробую еще раз. А, теперь не ваш ход, мне пишут. Новая игра. Ну, давай заново попробуем. Ну, давай. Так, мне тоже сейчас обновить надо. Хорошо, сейчас я обновлю. Ну все, давай заново, ладно. Первый блин комом, как говорится. Так, ничего все, страшного. Я походила, давай теперь. Так, теперь, наверное, я начну с центра. О, все заработало, Смидер. Смотрите. У меня все заработало. С первого раза ничего не работает. Простите, это уже ожидаемо. Так, а... давай так. А тут же может много быть ничьих. То есть тут же может игра зайти в тупик. На самом деле. Тогда будет ребус. Тогда будет ребус? Черт. У нас на все случаи будет ребус. Так, я ж хороший стратег. Так, стратегия. Если я поставлю здесь, то здесь. Ага, так. Ага, нашел гениальный ход. Так. Да, я раскусила твой план, но, похоже, черт, это уже ничья, блин, мне я так кажется, так что... Давай быстренько. Ну тут уж, да, ничего. Ребус, да? Нет, ну ты или доставь еще? Нолик куда там надо. Ой, дурак! Нет! Ну ты же понял свою ошибку, правда? Какое грабище, ну как можно было? Я же видел вот внизу вот эти три цвета, боже мой. Вот я почему-то думал, что уже ничья, как бы, и там, ну, блин, ладно. Хорошо, это... Немного поддался, так скажем. Ну, чуть-чуть, хорошо, чуть-чуть. Дал мне фору, давай, это был мой ход. Да, дал фору, все. Давай. Хорошо, поехали дальше, сюда. Так, хорошо. Давай. Так. Так, у меня есть сюда ход. Опа, все увидел. Теперь я не ступил. Да. Ну, тут, видимо, опять у нас будет. Нет, все нормально? Да, тут ничья, все нормально. Давай ничья. Еще одну игру. Давай. Это третья, да, финальная уже, финальная битва. Ну, получается, да. О, мой ход еще так, сюда. Так, давай. Сюда. И сейчас, короче, вот так вот. Так, хорошо. Наверное, у тебя есть какой-то план. Ну, был, конечно, но что-то уже, видимо, нет. Ну, тут надо знать стратегии просто. Здесь, наверное, будет около очень много ничьих, и потом только, может быть, через 10 игр, или я тупану, опять не туда поставлю крестик свой. Так, хорошо. Ну, тут, в принципе, был шанс, но я... Ладно, поставлю-ка я вот сюда, наверное. А, ну тут, да, ну... Так. А я крестиком или ноликом? Я не помню. Ты кем? Я крестик. Крестик или нолик, да? Ну, хорошо. Да. Ну, да, все, и ребус. Значит, ребус, нам остается только ребус, все. Простите. А сколько ребусов будет? Один. Один ребус. Один? А, ну один-то ладно. И там, наверное, вообще ППЦ-под будет ребус. Вот. Да, это из сложных ребусов. Ну давай, у тебя опыт уже какой, ты уже знаешь, там, что значит запятые и все такое. Хорошо. И сто. Ну это как идет и сто, да, получается? Угу. Так, это идет у нас маска, или это идет как крик? Да, как крик, правильно. Но видишь, там есть две запятые. И сто и о боже мой, так
Я не смотрю чат, правда, я попытаюсь сам, потому что я же не краб. Ва... Да боже мой, да что такое? Так, еще раз. Исто... Крик. История. Да. История. История. Да, да. Так, и второе тихо. Слово. Давай, давай, ты молодец. Так, получается в... В А... Р... Ва... Р... Вар... Вар... Варкрафта! Да, точно. Смотри, easy, я таки научила вообще. Тебя разгадывать ребусы. Все, я теперь могу идти на чемпионат по ребусам и вообще всех там обыграю. Да, однозначно. Все, я так рад, что сам отгадал ребус вообще прям. И... Спасибо всем, кто болел за меня. Я смогу открыть кому-то путь дальше, да? Да, да, вот видишь... Это ты находишься в такой маленькой комнатке, такой же, как у всех, ничем не примечательная комнатка. Я никого не выделяю, посмотрите, у всех комнатки одинаковые. Четыре клеточки, ни больше, ни меньше. Так. И у мальчиков, и у девочек одинаковые, кстати, так. И посмотри, что у нас тут в комнате. Он уже остыл, дорогой. Он уже лежит. Здравствуй. Да, давно не виделись. Давно не виделись, дорогой. Так, берем этот волшебный топор или не топор, что это... Как это называется? А, да, ну топор. В игре это называется топором. Посмотри, посмотри. Он дает тебе какую-то суперсилу. Пришло время победить метеоритик. Потому что под ним находится пусковой элемент, который позволит тебе открыть дверь. Вау. Так, а нельзя его вот так запустить куда-нибудь? Так... Нужно только музыку подходящую. Я опять об этом вспомнила. Обратно в смысл. Я уже боюсь музыку ничего включить. Ничего силён-то. Боюсь, что опять всё со звуком станет плохо. Так, и становимся сверху. А я силён. С одного раза метеорит сам разбомбить. И все, проходим дальше. Так. Ты молодец. Спасибо, спасибо. Открываем дверь. Все, осталось теперь открыть проход следующему участнику. И ты абсолютно справился со всем, что сегодня я приготовила. Так, и смотрим, где у нас погаснет ловушка. Так, вот возле следующей двери. Видишь? Тащим, тащим. Скоро мы будем уже... Выберемся отсюда. Я помог хоть чем-то, да. Чем мог. А на паузу я хочу нормально сейчас с тобой чуть-чуть поговорить. Слушай, я хотела спросить у тебя. Да-да. Есть такая рубрика, за которую ты болеешь особенно в этом прайме? Ну, естественно, в своей команде я болею за все абсолютно рубрики. Они все крутые, они все клевые, поэтому, ребята, все поддерживайте команду Бифу Буритос. Обязательно поддерживайте, Бифу Буритос должна победить, наша команда Forever. А из мужского подхода я, конечно же, болею за банку горошка. О, я банка тоже горошка, за баночку тебя. Болею, да. Да, сегодня был эпический фильм, вообще очень крутой, я посмеялся от души. И, конечно же, за... Наверное, за Тари. Тоже за у него очень интересная рубрика. Мне тоже нравится смотреть, да. Вот так она вот. Может быть такая узконаправленная, мои... но я как раз из тех, кому очень нравится тоже. Так. Это круто. Спасибо тебе большое. Спасибо, что зашел. У меня, как всегда, поздно, и я людей начинаю выдергивать вот так посреди ночи. Приходите ко мне. Да ничего страшного, нормально. Я все равно ночью сижу и... Не нормально. Спасибо, что позвала еще раз. Это реально круто. Большое тебе спасибо. Спасибо всем зрителям, которые болели за меня, опять так скажем. Да, всем хорошей ночи. И тебе спасибо большое, что пришел. Давай все еще увидимся. Всем пока. Всем пока, ребята. Пока. Так, сворачиваем чат для того, чтобы Skype одумался. И возвращаем чат. У меня здесь очень хитрая схема. Все, больше никогда такого не делаю. Никогда таких сложных сцен. Все будут только я и игра, и больше ничего. А знаете что? У нас пока что
Какой-то такой небольшой перерывчик. Я хочу вам кое-что показать. То, что давно обещала. Вы готовы? Готовы? Это интересно я. Ну, прям из выпуска в выпуск обещала и постоянно откладывала. Поэтому сейчас приготовьтесь. Thank you.
Все, я вернулась. Вам понравилось, спасибо большое. Хоть что-то у меня не пошло наперекосяк сегодня, да? Так, давайте двигаться дальше. Дальше у меня по плану гость. Сейчас будем звонить. На самом деле, потом я вам покажу еще немножко более расширенную версию. Сюда не все вошло, что бы мне хотелось. То есть, будет еще такой финальный вариант. Дарья, ты говоришь, лучше было оставить комментарии Адольфа и Кадлза, да, как на стриме было. Может быть, есть смысл добавить. Хорошо. Так, что-то у меня начинает голос пропадать. Так, все, следующий гость. Лишь бы было хорошо слышно теперь. Привет. Привет. Так, ну мы сегодня тебя уже видели, будем смотреть на тебя еще раз. Слушай, обалденный у тебя был стрим. Ты с твоих уст это звучит как легкое издевательство. Нет, что ты, просто после тебя я даже не знаю, что я могу такого интересного показать у себя. Так, ну, у нас все по накатанной, знаешь, то есть пес всех разогрел, я потом взял в хватку, а ты теперь... остужаешь. То есть это, знаешь, как ночь в клубе. То есть есть... Ну, в нормальном клубе работает обычно три диджека. Один там заводит попсой туда-сюда, потом идет чувак, который все это уже доводит до кондиции там всяким электро и, грубо говоря, ну, некоммерческой музыкой. И в конце уже идет дип, лаунж и все такое расслабляющее, чтобы люди уже как-то расслабляли булочки и расползались домой под эту всю расслабляющую атмосферу. Вот ты вот выполняешь роль вот этого человека, который сейчас всех гасит, так настраивает на сон, успокаивает после вот этих всех горений, пек, возбуждений, так, знаешь. Волна спокойствия. То есть у нас все так органично сейчас, все как надо, да? Да. Хорошо. Сейчас, подожди, я так поймаю, хочу сейчас кадр. Сейчас, блин, у меня задержка какая-то дивная. Сейчас, секундочку. Сейчас я руки, оп. Сейчас, кукловод, чуть пониже, вот так, наверное. И вот сюда, наверное, чуть-чуть. Да, чуть-чуть сбоку. Отлично. Блин, у меня какая-то задержка вообще, огонь. Ну, допустим, короче, я тут такой покукловодил. Что там за... Из всех гостей ты первый, кто подумал так сделать. Это здорово. Так, ну что, у меня для тебя есть задание. Вообще, как бы было до конца непонятно, кто именно будет представлять вас сегодня. Будешь ты или будет Аня. Но все-таки сегодня ты со мной, поэтому отдаваться тебе. Но я предусмотрела такой вариант, поэтому в этой комнатке, которая ячейка, вы на самом деле вдвоем. Вот. Тут немножко тесновато вам, поэтому нужно отсюда выбираться. Для того, чтобы это сделать, нужно выполнить мое задание. Да. Задание на самом деле простое. Я не знаю, как тебе после тяжелого и насыщенного дня, но... Ой, мне захват сбился. Подождите, я сейчас поправлю все. Так, не смотрите. Сейчас я поправлю, будет красиво. Вот, отлично. Я тебе в чат хочу сейчас сбросить несколько слов. Твоя задача подобрать к ним рифмы. Хорошо? Я буду... Хотя, нет, подожди, зачем их бросать, если я могу тебе их просто назвать, правильно? Я буду называть по одному тебе слова, а ты... Ну, а рифмы должны быть приличные, неприличные? Ну, то есть просто, вот первое, что придёт в голову, любые, да? Первое, да, что тебе в голову придёт, и всё. Хорошо. Коротенькие слова, связанные с праймом. Итак, первое слово — прайм. Морозов у нас и загашники. Сейчас, прайм. Прайм, Кудлини, Тари, танцуй, гуляй. Хорошо, у тебя длинная рифма такая, да? А, ну, надо в одно слово, нет? Ну, можно в одно, можно и не в одно, почему? Не обязательно, главное, чтобы рифма была. Следующее слово — стрим. Стрим. Да. Стрим. Не, сейчас подожди, стрим. Две пейки. Адольф. Погорим.
Отлично, отлично. У тебя целое стихотворение получается. Честно, я изначально думала, что ну будет просто какое-то слово и слово в рифму, а у тебя... Видишь, у меня гости сегодня, на самом деле, проходит задание лучше, чем я рассчитывал. Так, следующее слово — банка. Хуянка, извини. Ну, тут без вариантов просто. Ладно, ладно. Захват. Это про меня. Захват. Угу. Да видно, вас видно, что... Собой просто мочу. 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 Спать, девочки. Без этого, без фанатизма. Так, захват. Захват. Захвату ОМОНа буду я рад. Хорошо. И последнее. Последнее слово. И все, это большой молодец. Последнее. Арбузик. Арбузик. Арбузик, бабулька, бабулечкин тузик. Играет Отлично. На улице тузик собака. Игорем ЖКХ. Зовут. Ой, все. Пусть будет белый стих. У меня что-то скайп заглючил. Не знаю, чего это он сейчас. Переключиться на другую сцену, может быть тут он нормально тебя покажет. То, что происходит. А, ну это как обычно, короче, это из-за чатика все. Вот я его свернула и все заработало нормально. Так, ну я уже сказала, что ты в итоге выдал мне результат даже лучше, чем я думала, поэтому, конечно, вы выходите, причем ты выводишь и себя, и свою верную горничную отсюда. Я тебя попрошу. Скажи, у меня стрим повис, типа так надо? Ну, в смысле, он только у меня повис или в целом картинка висит? Я надеюсь, что у тебя... А, ты имеешь в виду, твоя камера, это у меня заключила, сейчас уже нормально. Не, ну у меня и камера, и ты повисла, у меня все повисло. Не, я не... О, все, я вижу, все, я вижу. А мы в туалете были, или это духовая камера, или китайская камера пыток, или японская какая-то? Ну, с водой. Зачем так сразу? Это, ну, просто... Такая комнатка, безобидная. Так. Ну просто мне что-то олдбой вспомнился, где парня продержали туча лет, и он вышел мстить. Но тут я стенкой, так что в принципе мне бояться нечего. Так, ну в принципе здесь для того, чтобы выполнить, достаточно повесить на стену золотую пластинку. Золотой граммофон. Да, и пройти дальше. Тут вот еще есть стиральная машина, в принципе, ее надо было задействовать тоже, но... Да, давай горничную туда. Сегодня не все складывается. Вот. Поэтому... А я могу расчленить горничную, засунуть часть ее тел в стиральную машину? Ну так, я чисто не то, чтобы я хотел, просто интересуюсь. Она же потом запись будет смотреть. Ты что? Нет. Не, я же говорю, я не хочу, я просто интересуюсь. Ну, интересуешься, понятно. Ну, можно ли в этой игре, есть ли такая функция расчленить человека? И засунуть его останки в стиральную машину? Нет. Смотри, я хочу покрасить футболку в красный цвет. Да. Дешево и сердито. Отлично. Вон, она уже смотрит, она все знает, она все видит. Так, ты становишься на плиту, которая у нас здесь появилась. И убираешь последнюю ловушку, все самое последнее. Я думаю, все знают, кому мы последнему будем звонить. Спасибо тебе огромное, что смог уделить мне сейчас время. У вас там очень здорово, я смотрю. Обхохочешься. Приятного вам вечера. А я тут буду. Спасибо. Дальше. ГЛХФ. Давай, Полиш, спасибо, что позвал. Пока. Так. Кто у нас будет дальше? Смотрите, мне приходится чат сворачивать и разворачивать, только после этого все как-то более-менее адекватно работает. Тан-тан-тан. Ну, вы знаете, кто дальше, кто у нас остался, и кто у нас тут в команде самый главный, да? Поэтому особенно даже нет смысла угадывать. Давайте звонить Дэну. Я надеюсь, что он готов сейчас.
Привет. Не спится? Да, не спится. Подожди, я сейчас я пытаюсь тебя вывести. Привет. На стрим, и почему-то... О, все получилось. Сейчас я захват капучино поправлю. Вот, все нормально. Да, видишь? Тебе ведь не стыдно Привет. За меня, правда? Нет. Все очень здорово. Отлично. У тебя хорошее настроение. Я надеюсь, ты готов выполнять задание. Вот такое. На самом деле, я недавно вернулся с концерта Theory of a Dead Man. Это было прекрасно. Всем советую. Говорят, что скоро они приедут в Петербург. Ну, если кто играл в игру Фаренгейт, вот композиция Санта Моника, это как раз они самые. Здорово, мне до Питера, правда, далековато. Ну, может, они когда-нибудь заглянут в Одессу или хотя бы в Киев, тогда я, может, доберусь. Так, сейчас я расскажу тебе, какое тебя ждет задание. Ты знаешь, на самом деле, у тебя задание самое сложное. Вот. Ну, ты же капитан. Я готов. Вот, конечно. Поэтому у тебя финальное задание. Ты откроешь нам проход прямо вот наверх. В ад? Нет, наоборот, к свету, к свободе. Вот. А вдруг я активирую все ловушки, и мы все превратимся в жареный буррито? Нет? Ну тут без вариантов, у меня не осталось дополнительных ребусов, поэтому тебе придется точно все пройти. Jesus. Окей, давай. Смотри, во-первых, будем рассуждать вместе вслух. Во-вторых, тебе всегда может помочь чатик. Да? Так. Мы должны полагаться на поддержку экспертов. Так. Собственно, остался только ты вот в закрытой комнатке. Я надеюсь, выпусти меня уже. Стрим, да? Смотрю, конечно. Кэп. Сейчас, подожди, я тебя добавила, я забыла твое видео добавить. Все теперь сделала как надо. Так, я не пьяный, и у меня не бомбит. Не надо тут. Да, у тебя футболочка Кэп, она отличается от остальных. Я стремилась к реалистичности. Смотри, здесь есть комната. Так. Видно тебе комнату? Видно. И в комнате какой-то есть... зеленый тролль какой-то. Да. Тут есть 4 элемента. Так. Я опять чат открою, закрою. Это каким-то образом вылечивает ситуацию. Вот есть 4 элемента, они разного цвета. Видишь, есть красная пластина, такая плита, на которую можно становиться. Есть желтый факел. Есть зеленая статуя и синее отверстие. Вот, то есть у нас есть 4 элемента. Сейчас я открою. Давай засунем руку в синий. Нет, подожди, здесь не надо угадывать. Тут придется решить логическую задачку. Все страшнее. Тебе когда-нибудь приходилось решать логические задачи? Почти каждый день решаю. Я надеюсь, ты справишься с ней быстрее, чем я придумывала. Так, ну, собственно, смотри на экран. Я сейчас тебе объясню, что я пыталась там этим сказать. Тебе видно? Угу. Смотри, у тебя есть 4 элемента. Один из них — это ключ к выходу. Один — это пустышка, в нем нет ничего. То есть это просто такой пустой элемент, который, если ты запустишь, ничего не случится. А еще два — это ловушки. Страшные ловушки, которые находятся прямо в этой комнате, от которых ты можешь пострадать. Вот. И, соответственно, само условие нашей задачи. Две ловушки находятся рядом. Одна из них находится с краю, то есть она или справа находится, или слева. Слушай, а вот там находится рядом или там написано полный рандом? Вот я не понимаю. А, рядом. Это ошибка. Хорошо, что не рандом, да. Так. Вот хорошо, что я еще вслух объясняю, да? Вот, находится рядом, одна из них находится с краю. Объект пустышка не зеленый, и он расположен левее от ключа. То есть, ну, не обязательно прям рядом с ним, но левее, чем ключ. Мне так хочется в дырку залезть. Там наверняка ключ спрятан. Не, ну, просто логически подумать, куда можно еще положить ключ? На платформу я встану, не, что ну, у меня ключ откуда? Это не буквально, ключ? Не буквально ключ. Да. То есть, в принципе, это какой-то элемент, который... Ты можешь или толкать так. статую, или становиться на площадку, или двигать факел, или искать этот механизм, да, в отверстии. Вот. Загадки в три ночи. Так, ну давай подумай, значит. Один элемент — это путь к свободе. Да. Один — это пустышка.
Да. То есть, в принципе, я его могу активировать, со мной, в принципе, ничего не произойдет. Да, если ты точно будешь знать, что это пустышка, ты можешь это проверить. Угу. Так, и две ловушки. Да. Две ловушки находятся рядом. То есть где-то они... Подожди. Они не через одну, они рядом друг с другом точно. Они рядом друг с другом. Угу. То есть, а у нас, соответственно, плита идет, факел, зеленый тролль и дырка. Да, именно в таком порядке. То есть, либо две ловушки по центру, либо две ловушки слева, либо две ловушки справа. Так, читаем дальше. Две ловушки находятся рядом, и одна из них с краю. Ага. То есть, соответственно, либо это, соответственно, пластина и факел, либо это дырка и тролль. Так, объект пустышка не зеленый. Пустышка не зеленая. Так. Значит, иди от обратного. Зеленый это не пустышка, значит, это либо то, либо другое. Либо ключ, либо, соответственно, ловушка. Да. И он расположен левее ключа. А, ну, соответственно, ловушка это пластина и факел. Не обязательно. Что расположено левее ключа. Нет, объект пустышка не зеленый, и он расположен левее ключа. То есть пустышка должна быть левее ключа. Да. Пустышка левее ключа. Да. Ну. И куда мы засовываем свою руку? Подожди, подожди, сейчас я вспомню. Ты сама помнишь? Да, да, да. Неужели я не добавила еще какое-то условие? Подожди секундочку. А еще одно условие было. Я столько раз все перепроверила. Да ладно, ничего. Завали капитана. Ну ты молодец на самом деле, да. Вообще-то да, должен был быть факел, но сейчас, когда ты все объяснил, мне кажется, что ты правильно решил, но... И в чате говорят, что факел. Так, давайте разберемся. Так, две ловушки находятся рядом, и одна из них с края. Ну, правильно. То есть зеленый объект — это не пустышка, это либо ключ, либо ловушка. Но если это ключ, тогда... Тогда две ловушки должны быть слева, и там не поместится пустышка. Она не сможет быть слева. Значит, зеленый объект — это точно ловушка. Да. Зеленый объект точно ловушка, подумай. Да. И рядом с ним должен быть еще один объект, который является ловушкой. Отверстие давай, тоже ловушка. Давай я буду Данте и в эту ночь возьму факел и все-таки проведу свою команду. Но вот когда ты говоришь, что да, почему-то все тоже сходится. Или я уже тоже на ночь плохо соображаю, или что-то в твоем решении подожди, есть секунду. Такое гениальное. Секунду, подожди. Ты знаешь, где ключ? Я знаю, да. И где он? Ну, факел, ключ. Вообще, я всем разрешаю читать чат, если бы ты его сначала тоже читал, ты бы уже знал, где правильный ответ. Там разные вещи всякие пишут, я уверен. Особенно в два ночи. Хорошо, все, запускаем факел, потому что, если честно, это должно было быть круто. Я долго сидела, придумывала эту задачу. Вот. Да ну факел, и у меня не бомбит, нет. Это так, факел. Все, открываем дверь, идем спасать команду. Единственное, я не вижу ничего на стриме, заглушку. Подожди, это точно был факел? Ты просто никому не показал, может, ты специально? Ну, конечно, я забыла убрать окошко, я сейчас... Ну ладно, как будто никто ничего и не увидел. Ты у меня уже открыл дверь, уже вышел. Что-то у меня сегодня не клеится, или мне кажется. Или что-то идет не так. Я не могу ее даже найти у себя, эту заглушку. Нет, не то. Ну ничего, я сейчас разберусь. Ты сначала да, вообще все нормально. Там, смотрел, кстати... нет? Да, конечно. Да, с самого начала. Ну, ты видишь, да, что у меня просто одно на другом. Да не если переживай. Если у меня к концу потолок на меня не рухнет, это будет удивительно. Так, ну вот ты выходишь, и
Тут остается последняя так. плита, тебе нужно просто на нее встать сверху. Давай попробуем. И если все пойдет как задумано, да, ну хотя бы ловушки отключались так, как нужно, и не подвели меня. Вот. Отключилась? Да, это выход. Все отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Не знаю, я еще потом разберусь, что там с моей загадкой. Может, мне чат подскажет, что с ней не так. А что там наверху? А, ты хочешь посмотреть? Ну, ты как бы можешь посмотреть на стриме, а можешь со мной еще побыть. Ты как вообще настроен? Я как бы настроен на победу. Если скажешь, останусь. Вдруг нас ждут какие-то еще препятствия там наверху. Нет, но я обещала, что это выход, что там дальше свобода и... Я первый полез, да? Да, конечно, как ты думал. И ты приходишь к себе домой. Вот как прекрасно. И там меня ждет, по-моему. Кто же меня там ждет? Кто-то здесь сидит на диванчике, укрывшись пледом. Вообще вам можно... Слушай, откуда у тебя планировка моей квартиры? У тебя со стрима там все отлично было видно. Под пледиком сидит, смотри. Точно, но то, что мой любимый. Ой, смотри, и сразу типа он спит. Ой, да, какой, ты а? Пришел, а? Сам ждал, страдал, такой. Не, я сплю. Но мне пришлось немножко додумать, что может окружать твою квартиру. Наверное, там все не так, но мы же в игре, здесь можно сделать все что угодно. У меня здесь. Все очень похоже. Даже банка горошка я вижу под столом. Да, есть там баночка. А снаружи у тебя есть бассейн и бар. И в баре, ну, неудивительно, кто здесь у нас в баре заседает. В общем, господа, приглашаю всех на вечеринку в честь команды Before Burritos. Тут уже all сестры, в принципе, сидят. Да, я их пригласил. Так что будем теперь праздновать уже практически окончание прайма. Ну, финальный выпуск для меня так точно. Спасибо тебе огромное, что составил компанию, что вот вывел всю команду в итоге в конце. К празднику. Олен, спасибо, что пригласила. Отличная рубрика. С нетерпением буду ждать видео полнометражного. Все, ребят, всем спокойной ночи. Пока. Так, ну что, все, у меня нет больше на сегодня гостей. Что-то у меня с загадкой, наверное, не то было, ребят. Тот вариант, который предложил Дэна, он ведь тоже похож на правду, да? Или я уже просто плохо соображаю под конец дня? Но так как я таким образом накосячила с ней, поэтому я считаю, что все у нас получилось так, как надо. Я зафейлила почти, все в этом выпуске. Я не знаю, чего можно было еще провалить, поэтому давайте просто покажу пока, что у нас тут есть, помимо Гитмана, помимо Олси Творен. Нет, подождите, нам сначала надо команду вывести. Давайте будем последовательными. Вы еще спать не хотите? Знаете, я собиралась, еще провести игру в конце выпуска, нашу традиционную игру с чатом, где мы отгадываем знаменитости. Но я думаю, что мы уже не успеем. У нас все так затянулось. Давайте я потом в фанах, может быть, на следующей неделе проведу такой выпуск, где мы будем целый выпуск делать персонажей. Вот, и как бы рейтинг тоже доведем до ума. Посмотрим, кто там у нас, сколько баллов заработал, и вычислим таким образом победителя. Как вы к этому относитесь? Потому что сегодня, я думаю, я только успею вам вот показать, что у нас тут. Сейчас я всех выведу. И все. Что-то вакуум такой без гостей, так сразу тихо стало. Давайте я опять какую-нибудь музыку поставлю. Я ставлю, а потом забываю сейчас. Я теперь много музыки накидаю сразу. Вот вы мне скажете, когда она закончится. Все. У нас тут еще внизу остался. Я так их уже немножко тороплю, чтобы они побыстрее выходили и не останавливались наверху.
Так. Не знаю, они будут сохранять какую-то очередность. Да, вроде проходит так, граждане, не стоим. Комната небольшая. Квартира у Дэна не резиновая, поэтому продвигаемся дальше. Выходим на улицу. Знаете, я так старалась, ну, под конец показать много всего интересного, что в итоге я сама во всем этом уже запуталась. И есть что-то хорошее в простоте. Так, все, все выходим. Отлично. Смотрите, здесь у нас есть ринг, и каждый желающий может сразиться с человеком, который у меня вот здесь долго-долго тренируется. Это Синг, поэтому он уже очень-очень, ну, постранял к этому моменту, потому что он здесь практически беспрерывно стоит и тренируется. Вот, я думаю, что на даче будет примерно такой же эффект, потому что вряд ли ему дадут там скучать. У нас есть бассейн, возле бассейна две очаровательные девушки, это Банни и Фанка. Так их не очень хорошо видно, пусть идут плавать. Тут мы их лучше сможем рассмотреть. Ну, смотрите, вот, наконец, уже в финале, да, под конец сезона Прайма я таки посижу и поиграюсь в Sims. Вы этого от меня ждали, да, и на отборах говорили, что я буду играть в Sims. Вот я, наконец, просто сижу и, можно сказать, играю. Так, света все равно немного, но я надеюсь, что вам видно девушек. Но они стояли, болтали возле бассейна, и теперь дальше будут болтать уже здесь. Если у меня хватит сил и времени, я все это сниму и добавлю в финальный вариант того ролика, который вы видели. Так, Игорёха, я даже не знаю, чем его развлечь. Пусть идет наверх, у нас тут продолжение празднования, видите? Здесь ребята, которые приготовились танцевать. Но для того, чтобы танцевать, определенно нужна музыка. И что-то повеселее, чем то, что я обычно ставлю. Нам нужен рифс, но я его не вижу. Я его где-то потеряла. Он внутри, что ли, остался. Да, да, вот так. Прям без всяких лестниц уже. Да, чего церемониться. Давайте его прямо к пульту. Все, потому что тут его ждут. Ему надо поторопиться. Включить песню дабстеп, фанк, драм н бейс, гараж и случайный жанр. Ну давайте случайный жанр. Так, всех, кто хочет танцевать, сейчас поднимем наверх. Холли, Холли хочет танцевать, конечно. Тиамар тоже хочет танцевать. И Лили наверх, пожалуйста. Серега Мертекс, конечно, да, он будет танцевать, потому что это вообще его конек. Этим он пронзает насквозь женские сердца в чат-рулетке. Так. Сейчас всех соберем и будем танцевать. Тут какая-то пробка возле лестницы. Наверное, мне стоило выбрать какую-то последовательность, но нет на это времени сейчас, поэтому так, я им помогу, раз уж это моя игра, я могу здесь делать все, что хочу. Может, в бассейн? Кого? Холли в бассейн? Простите, я чат тоже не успеваю сейчас читать. Дэн спать идет. Спокойной ночи, Дэн. Убирать лестницу из бассейна. Вы знаете, в этой части симы могут просто так запрыгивать в бассейн и выходить из него без помощи лестниц, потому что до поры до времени все, кто играл, любили топить там персонажей, почему-то получать от этого какое-то удовольствие.
и разработчики решили, что это ни к чему, и просто убрали такую возможность. Ну все, все готовы танцевать, насколько я вижу. Сейчас... Может быть, будет не слишком синхронно, потому что, чтобы все двигались синхронно, тому нужно уделить внимание, с каждым отдельно поработать. Нам это сейчас не обязательно, главное, чтобы было весело и задорно. Ривз мне пытался передать музыку как раз для того, чтобы сейчас я ее поставил. То есть, ну, наш Ривз настоящий. А у меня из-за того, что такой проблемный интернет, когда я пыталась ее загрузить, у меня начинал барахлить стрим. Так, я Мертекса не успела поставить со всеми танцевать. Вот. Поэтому сейчас поставим, ну, что-нибудь поставим, и все. Пожалуй, не то, что у меня сейчас играет. Она слишком размеренная для такого веселого мероприятия. Но давайте, давайте что-нибудь подберем. Ну хорошо, давайте так. Ну, у меня, в принципе, только спокойная музыка, но это хоть немножко бодрее. Чуть-чуть громче давайте. Это, конечно, не то, что выбрал бы Ривз, но... Нет-нет-нет, не то. Сейчас Кадлс тоже со всеми будет танцевать. Да, отлично, отлично. Давайте, раз уж напоследок, пройдемся, посмотрим вообще, кто здесь у нас есть. Здесь танцует Ира Девил, рядом с ней ТМР чуть-чуть дальше. Зажигает Мердекс, рядом Кадлс и Гореха. Даша, Даша, таймзум, она замечательно двигается, никто этого не знал в Prime Time Light, а вдруг в Prime 4 это открылось. Белка. Конечно, впереди всех Тари. Ой, так, Холли, Холли, не напрыгивай на Тари, давай мы тебя немножко вот так держим дистанцию. Отлично, здесь все танцуют, весело. Давайте посмотрим на Ривза. Тут он в своей тарелке. Нет, подождите, чего-то не хватает, я знаю чего. Так. Тут в квартире еще почему-то тусуются, ну понятно, Дэн тут как раз Гитман проснулся, может быть, он хочет с ним поиграть. А Аню вообще нужно переодеть, сменить одежду. Давайте переоденем ее. Отлично, вот теперь то, что нужно. Так, она будет слишком долго подниматься по лестнице, поэтому прям вот так ее и... рядышком, конечно. Это ее почетное место рядом с Ривзом. И пусть она тоже танцует. Она такая задорная девчонка. Тоже так здорово двигается. И сюда еще нужны тех двух барышень с его стрима сегодняшнего, но у меня не было возможности их сделать. Я бы не успела. Так, чиз-чиз. Куда его отправить-то? Танцевать? Или можно в джакузи к мамошке? Я не знаю. Ой, к нам пришла лошадь. Ребята, я видела лошадь. Совершенно серьезно. Вот она уже уходит, но она была тут только что. Это без моего участия. Это в игре происходит что-то совершенно свое и рандомно. Вот к нам пришла лошадь. У нас тут есть джакузи, в джакузи сидит мамошка. Нет, купаться нагишом не нужно, это плохое, это же детская игра, я даже не знала, что здесь есть такой вариант. Все, пусть просто идет и залазит тоже, потому что мамошка тут явно сама по себе скучает. Так, ой, тут еще и жеребенок. Тут есть еще такая веселая штука, но я не знаю, будем ли мы ее сейчас испробовать. Олсепс. Да. Что-то ему не сидится, наверное. Нужно для него тоже что-то интересное придумать. Так, пусть
пусть управляет баром Адольф. Сейчас, да. И Тварена закажет у него напиток, напиток настроения. Давайте посмотрим, какие тут есть варианты. Рассеиватель неприятностей, веселый напиток, романтический напиток, напиток улучшения навыков, безумный напиток и энергетический напиток. Я даже не знаю, тут такой шикарный выбор. Джакузи лучше с Твариной надо. Ну хорошо, они сейчас вот еще выпьют, правильно? Им романтически, давайте романтически. Вот и Мадольф сейчас приготовит, посмотрим, как у него это хорошо получается. Так. О, вот смотрите, Тварина заказала, и Адольф пошел готовить напиток. Ой, у меня проскакивает немножко камера. Отлично. Интересно, на даче он вам покажет тоже что-то подобное? Ну, тем, кто поедет. Я бы тоже хотела, но я не могу поехать. Смотрите. Вот бы заставить настоящего Адольфа тоже так дышать огнем. Так Олси заскучал. Подождите, с этим надо что-то делать. Сейчас мы его развернем. Оп, вот так-то лучше. Сейчас. Стоп, стоп, ты куда? Нет, нет, не спрыгивай, не спрыгивай, не спрыгивай. То, что нужно. Стой так. Все это нужно добавить в наш финальный ролик потом, правда? Так, Лили-Лили, не скучай. Ей понравилось это. Давайте поведем ее на это безумное устройство на низкой скорости, посмотрим, как она работает. Кстати... Подождите, я хочу подробнее рассмотреть, как выглядит этот романтический напиток у Тварины в руках. Сейчас несколько манипуляций с камерой. Так, Олси в таком свете как-то слабо на себя похож, на самом деле. Ну, мне кажется, он был больше похож. Сама я где? Меня здесь нет. Если бы меня кто-то сделал. Вы посмотрите, какую кучу народу, сколько я сделала персонажей на самом деле. Куда мне еще себя? Да, вот. Посмотрите, там трубочка или какая-то палочка с сердечком. Да. Так, полетели наверх, посмотрим, что там происходит. Так, Игорь здесь стоит и заскучал. Посмотрите, он же не просто так стоит возле караоке. Сейчас, сейчас. Петь. Ну, пусть поет. Ну, сейчас, как вы поняли, я не делаю видеозахват. Нет, я это сделаю потом отдельно. Я на самом деле уже устала. Уже хочется спать. Ну, если честно, я немножко расстроилась, что у меня все так криво сегодня. Это же вроде как финальный выпуск. Эй, Ривз, нет, 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 не нужно, пожалуйста, это оставлять. Ну, давай за чаевые тогда. Может, за чаевые он будет дольше здесь работать. Там поставил одну песню и ушел. Нет, 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 это будет празднование до утра. Ну, до их утра так точно. Олси все еще тут на столе. Так, Аня почему-то не захотела идти на это устройство. Лучше бы пошла, потому что мы ее отправим сейчас тоже в джакузи туда, к мамошке. Или к девчонкам плавать. Так, я уже, если честно, забыла. Может, я еще кого-то забыла здесь в комнате. Нет, тут только гид с пледиком. И Дэн. Ну, чего, пусть тогда играют. Там такое веселье.
пусть Гид начинает, и Дэн присоединится. Подобный момент уже все видели. Так, он залип в пледик, я, наверное, его просто уже уберу, он поспал. Не отображается прям так, как мне хотелось бы, поэтому... Вы, конечно, уже видели этот момент, но на него можно смотреть бесконечно, как они сидят и играют. И этим мы и занимаемся постоянно, да, смотрим их стримы. Вот, замечательно. Собственно, все. Да, теперь же я ничего не забыла, я никого не оставила без внимания. Что-то Игорь совсем немножко попил. Нет, для того, чтобы добиться хорошего результата, нужно практиковаться, все. И у них уже 5:30 утра, посмотрите. Это уже рассвет. Время там течет, конечно, совсем не так, как у нас, но и у нас не очень-то далеко осталось до рассвета. На этом все-таки мы будем заканчивать. Так, где тут? О, все нормально, не криво. Вот я, вот чат, вот музыка, и меня даже слышно. Можно сделать, чтобы они поцеловались. Ну да, вообще здесь... Ну, здесь все могут поцеловаться друг с другом. Сколько угодно раз, поэтому... Я надеюсь, что кого-нибудь вообще своими выпусками я вдохновила на то, чтобы установить игру. Может быть, не третья Симса, может быть, четвертая. Но, честно, я очень хотела вам показать, что можно добиться здесь практически всего, что угодно. Вот у вас есть идеи, просто берите и воплощайте. И если не лениться, вы сможете это сделать. Ну вот, просто используя для этого движок игры. Посмотреть игру The Movies. Хорошо, когда-нибудь. Мне так много игр уже насоветовали. Знаете, честно, мне уже хочется просто сесть поиграть, просто запустить стрим без подготовки, не переживать о том, что я что-то забуду, напутаю, что что-то у меня пойдет не так. Я просто хочу сесть, включить без рамочек, игру, камеру и пообщаться с вами. Вот. Я уже немного соскучилась. Пока был Prime, у меня вообще не было стримов в фанах. И таких вот простых. Сейчас вам покажу, я обещала. Меня попросили в личке, даже ВКонтакте, просили показать этот блокнот сумасшедший, куда я все записывала по прайму. Вам особо, наверное, не будет видно, но, короче, тут написано, тут только у меня оно, ну, перевернуто. Там написано, что это прайм, тут вот это все, подождите, нет, это все исписано. Всеми моими заметками, сейчас. Так как я обещала, я покажу его здесь вам. Не очень нудно. Не знаю, видно там что-то или нет. Пам-пам-пам. Вот вам сейчас шуршание страничек. Это как раз тот самый эмоциональный эффект, или как он там называется. Вот. Листаем. Короче. Нет, это слишком долго, я так до утра буду листать, на самом деле, короче, ну, видите, тут много всего. То есть вам теперь понятно, почему я так во всем путаюсь. Ну что, песенку, да? Давайте песенку под конец, что-то из мельницы, я даже не знаю, чего-нибудь так, чтобы я не разбудила, у меня вообще все уже спят. Я, как всегда, буду петь очень тихо. Сейчас. Что меня просили? Подождите, сейчас королевну. Она такая сложная. Я, простите, уже не вспомню, кто, но... Кто-то меня очень просил королевну. Мне она тоже безумно нравится, но она такая сложная, и я... Ну, не уверена в своих силах на этот счет. Так.
Мне нужны слова, потому что слов я не помню. Ой, блин. Все спят. Да, нормально, нормально, все под контролем, все спят. Колыбельную медведицу? Да что ж я творю-то? Я стучу чашкой об чашку. Мельницу не хотите? Хотите колыбельную медведицу? Так, спеть Максим. В прошлый раз мне сказали, что надо мной поиздевались, когда попросили петь Максим. Я на полном серьезе нашла, ну, музыку. Думаю, ну ладно, это не совсем те песни, которые я слушаю, ну ладно, спою. Вот, то есть я сделала над собой какое-то, ну, даже усилие такое, все хорошо. А потом вы говорите, да, типа, это нет, не надо, Максим. Короче, я сейчас сделаю голосовалку, и мы решим тогда, что петь хорошо. Максим, знаешь ли ты? Нет, меня просили какую-то про розовую комнату. Также про розовую квартиру. Про ремонт в квартире, вот. Так. Песня Мановара. О, нет, это чересчур сложно. Так. Колыбельная медведицы. Ну, вы знаете, да, это колыбельные умки. Колыбельные медведицы, королевна, это песня мельницы. Какие там еще были варианты? Вот кто-то не троллит про Максим. Небо засыпай, я уже ее пела. Пела. Пересмотрите записи. Я точно не помню, в каком выпуске. Давайте мы не будем повторяться. Лучшая ночь называется. Ну, давайте. Или лучшая ночь. Все. Вот вам три варианта. Я сейчас дам ссылку. Все, друзья, ловите вот ссылочку. Давайте голосовать. Ой, я не буду сама голосовать. Я просто посмотрю, что вы выберете, и все. Давайте. И пою одну песенку, и на этом прощаемся, ладно? Рагс, тебя не было. Ну, так записи же есть. Записи всех эфиров можно там найти. Я просто, ну, за этот прайм я как бы не повторялась, и мы все время какие-то новые песенки выбирали. И я смотрю, побеждает колыбельная медведица. Да. Сейчас надо текст найти. У меня в голове долго вообще ничего не держится. Ну, вы уже заметили. Поэтому надо искать тексты на память. Ну, помню какое-то время, пока пользуюсь этим, потом забываю сразу. Не любишь записи? Так, и у нас побеждает, ну, с очень небольшим отрывом, побеждает колыбельная медведица. И в конце стрима еще раз ролик. Что, он вам не надоел? Может, на итогах еще разок его посмотрите? Давайте я его Адольфу скину. Если успею, то доделаю. И скину Адольфу, и будет еще раз тогда ролик, хорошо? Ну, потому что, смотрите, вот три раза это кому угодно надоест. Так. Второй тур, первое, второе место. Я что-то пропустила. Какой второй тур? Прости, Let's Create SMTH. Это, наверное, какая-то аббревиатура. Я темная, не знаю, что это.
сказать, ролики. Да, Дарья, я, ну, как раз вместо хайлайта или вместе с хайлайтом, посмотрим, сколько по времени. Этот ролик получился 5 минут. Минут 6 он будет, если я его доделаю, скорее всего. То есть из тех 10 минут, которые мне отведены, там еще даже что-то немножко останется. Поэтому давайте мы ролик оставим на итоге. Все, кто не смотрел стрим, хотя бы ролик посмотрит. 6-й прайм. Хорошо, отрыв. О, вообще сравнялись. Давайте все, две песни. Раз вы не можете определиться. Максимум, самая лучшая ночь. О, мы сейчас будем настраивать звук, чтобы вы думали. Настройка звука. Как я это люблю. Тут же будет музыка. Давайте это колыбельную медведицу в конце, потому что это все-таки колыбельная. А лучшая ночь — это не колыбельная. Сейчас я открою. Пока просто музыку. Я пока не пою. Скажите вообще, как музыка относительно моего голоса? Ее слышно? Меня слышно? Нет? Что громче, что тише? Давайте, помогите мне настроить, потому что я как слепой котенок. Есть такое выражение. Пытаюсь что-то сделать. Музыка громче, да? А, так сделать громче, или она слишком? Музыку тише. Хорошо, давайте потише немножко сделаем. Так. Так, лучше? Вот. Теперь, я думаю, будет хорошо. А, это так волнительно. Каждый раз, когда мне приходится петь, это просто ужас. Так, нам нужны слова. Подождите, слова. Лучшая ночь, да? Выиграла лучшая ночь уже. Ну, будет две песни, все, мы договорились. Сейчас. Мне нужен текст. Все, подпевайте мне, вы же все ее выучили, правильно? Перебор. Теперь музыку громче. Хорошо, давайте чуть-чуть громче, я не против. Пусть я буду потише, я за. Вот так, по-моему, неплохо уже, да? Вообще я не представляю, как именно люди настраивают стримы, вот прям на стриме, как они умудряются все это сбалансировать, чтобы было как нужно. Музыку еще громче. Вот, то вы просили ее тише, теперь погромче. Хорошо. Так уже лучше, да? Оставляем так, все. Договорились. Будет так, сейчас я слова только. О, мне открылся какой-то ужасный розовый сайт. Нет, подождите, сейчас другие слова. Женщина, все, да, не трожь звук. Читаю с опозданием. Да, я понимаю, я пытаюсь сопоставить это с тем, как было. Ну хорошо, мне кажется, так уже неплохо, по идее. Вот. Все, все уже песни послушали. Теперь пойдем по второму кругу уже со словами. Давайте, открывайте слова тоже. Пойте, пусть у нас будет это все уютно. Перекрашу квартиру в розовый цвет. В спальне будет ночь, а на кухне рассвет. Я выкину прочь все дверные замки. Все будет петь по взмаху руки.
Но когда в ладони с небес ложится тоннами ночь, танцует ветер, я к нему навстречу пешком из дома сонного прочь. Меня там встретят миллионы сотен домов, и вечер обнимает город его за плечи. Я не знаю, как рассказать, что это лучшая ночь. Я не знаю, как рассказать, что с ним лучшая ночь. Правда, не знаю, где ложь. Я пою про небо, а с него дождь. Я отвлеклась, простите. В моей книге жизни мало страниц, но когда в ладони с небес тоннами ночь, танцует ветер, я к нему навстречу пешком из дома сонного прочь. Меня там встретят миллионы сотен домов, и ветер обнимает город его за плечи. Я не знаю, как рассказать, что это лучшая ночь. Я не знаю, как рассказать, что с ним лучшая ночь. С небес ложится тоннами ночь, танцует ветер, я к нему навстречу пешком из дома сонного прочь. Меня там встретят миллионы сотен домов, и вечер обнимает город его за плечи. Я не знаю, как рассказать, что это лучшая ночь. Я не знаю, простите, я читаю чат и пытаюсь читать слова, поэтому сбиваюсь. Так, что мы хотели еще? Колыбельную медведицу, да? Я же уже нашла слова, я же молодец, где тут она? А мельница вообще в два раза меньше народу. Ну, а если так в целом посчитать, то восьмая часть. Нет, мне сегодня плохо с логикой, видите, как получилось с загадкой. Так, колыбельную, да-да-да, сейчас. Вот она. Да, с музыкой как-то было попроще, там музыку я слышала громче, чем себя. Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорее, малыш. Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорее, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним
корабля, и всю ночь соседи, звездные медведи светят дальним кораблям, ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорее, малыш. Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорее, малыш. Пам-пам-пам, все. Теперь все спят, мне нужно тихонько попрощаться, да, чтобы вас не разбудить всех тех, кто уснул уже. Все, ребята, вот и закончился для меня прайм. Не знаю, наверное, это все-таки облегчение. Теперь мы будем с вами видеться просто в фанах, где можно не готовиться, где можно просто прийти к хорошим друзьям, пообщаться. Все, да? Я все равно молодец. Вот. Все, всем спокойной ночи. Хорошего дня вам завтра. Послезавтра хороших выходных. Приходите на итоги, они будут очень жаркие, я думаю. Это же финал. Поэтому поспите днем, они могут затянуться до утра вообще. Все. Нет, больше не будет песенок сейчас точно. Спокойной ночи, друзья. Все, счастливо, пока.